В общем, если как бы пытаться как-то вспоминать, чем мы там занимались, да? Я сейчас в основном, ну, просто в силу того, что я был один и как бы занимался каким-то там своими проблемами. В основном занимался как бы тем, какие вообще возможности философии остались. То есть, условно говоря, как вот есть проблема такая, является ли, есть ли у философии вообще хоть какой-нибудь предмет? Не является ли философия, как вот говорят иногда, какой-то мнимой наукой, да, там, которая там основывается на возможностях языка и ставит все эти проблемы, и потом их там бесконечно решать. И поэтому вот как было важно выяснить, вообще говоря, есть вообще предметы философии, можно ли так вообще заниматься философией. Просто такая дилемма возникала, что если мы занимаемся философией сознания, а сознание есть некоторого рода сущее, можно это понять так, что просто вот есть какая-то там наука сознания, да, которая точно такая же, как другие частные науки. Науки занимаются просто изучают сознание там, со стороны там, ее характеристики и особенностей. А философия, получается, что как бы с сознанием не связана никакая философия. Просто вот, некая частность. Да, вот, можно науку изучать как бы с позиции психологии, как бы, да, там, можно с позиции там, медицины, там, психиатрии изучать, а вот можно там, с позиции, допустим, там, другой. Там. И поскольку у этой науки есть некий предмет, а именно сознание, да, то можно как бы считать, что это тоже просто частная наука. Ну, на самом деле, здесь вот надо просто нарисовать, почему так можно рассуждать и какие возможности у философии остались. И для того, чтобы это сделать, вот надо, я это просто делаю для наглядности, исходя из этой субъект-объектной структуры. Вот у нас субъект. А, тебе так неудобно рисовать, в общем. А? Тебе неудобно так рисовать. Да? Нормально. Субъект-объект. Ну, может, чуть повернуть вот так вот. Вот объектами занимаются частные науки. Частные науки, да? И философия, и, ну, скажешь, у каждой науки просто свой объект, или там свой аспект реальности, она этот аспект реальности изучает, а мы как бы создаем науку там. И остается как бы не охваченный частными науки, вот только субъект и его активность. Вот это вот как бы приходится на долю философии. А если еще как бы в связи с этим вспоминать, какие предметы философии, предметы метафизики рассматривал в свое время Кант, он говорил о трех предметах. Там, это душа, ну как бы в нашем понимании это субъект, это уже Кант. Второе – это мир как целое. И третье – это абсолют. Ну, на самом деле, абсолют – это и есть просто абсолютный субъект, поэтому и тут субъект, и фактически, с точки зрения как бы философии, что абсолют, что субъект, частный – это, на самом деле, один и тот же вопрос, просто это вопрос о субъекте. А мир, вот остается мир как целое. Что такое мир как целое? Как, мир как целое, на самом деле, поскольку частные науки, поскольку мир и равняется сумме своих объектов, да, вот, то на самом деле… Есть некая компилятивная наука, которая вот из частных наук, там, из представлений физики, биологии, там, других наук, там, создает некую картину мира, и вот мир как целое, она вот должна как бы вот складываться из того, что эти частные науки дают. И должна быть компилятивная какая-то, типа, вот я не знаю, как это назвать, там, да, философию это назвать нельзя, потому что это что-то похожее просто на то, как из частных дисциплин рождается общая картина мира. Да? То есть это все-таки относится к вопросу, это к науке относится. У нас получается, что как бы остается только субъект. Вот в данной постановке вопроса, все, что касается философии, получается, что всякая философия, которая вот в этом различении возможна, она возможна только как субъектная философия. Но на самом деле здесь еще один есть аспект, который не охвачен объектностью, это бытие. То есть бытие тоже это не объект, а бытие как бы есть. Тут, когда мы говорим об объектах, мы говорим о феноменах либо о сущем. А бытие сущего, как бы, оно отличается от сущего. Да? То есть есть бытие, а есть сущее. И вот еще есть второй предмет, который как бы не охвачен, это бытие. Получается, у нас как бы два предмета у философии. Это субъектность. Разве мир вот так вот равен сумме объектностей? Мир равен сумме объектов, а как иначе? Мир него, как целое. Если да. Это у него определение такое. Мир как целое для Булата это сумма объектов. Вот и
А как иначе? Ну давай обсуждать, как иначе это может быть. Ну как раз не равен. Иначе в чем, в чем состоит неравенство? Тогда надо указать, в чем состоит это неравенство. Неравенство в том смысле, что сумма объектов, невозможно такую сумму произвести. Вот, допустим, в математике, я сейчас не говорю, что это математическая формула, да, я просто аналогию провожу. В математике нельзя складывать величины разной природы. Вот, допустим, нельзя сложить число и матрицу, или вектор и число, опять же, и так далее. Вот. Нельзя сложить там обычное число и какое-нибудь еще. Вот здесь получается, что у нас разные объектности как-то сложены. Складываются ли они так? Нет. Или одна видоизменяет другую? Это не то, что разные объекты сложены. Речь идет о... Ну, понятно, я сложение знак написал. Нет, ну я понимаю, речь что идет это о том, как бы образ. Мир, да? Мир как бы выступает в своих многообразных аспектах. И вот все, что мы в мире можем вычленить, мир как бы некое целое, а мы из него вычленяем какие-то аспекты. Я понимаю. Так вот... Все эти аспекты обратно надо задвинуть внутрь мира. Так задвинуть. В том-то и дело, что мы как-то так вычленяем. То есть, как я бы так сказал, когда мир был бы равен сумме вот таких объектных областей, исследованных независимо отдельными науками, когда эти объектные области не пересекались бы, когда они были бы независимы друг от друга. Вот если как бы есть отдельно, есть, допустим, отдельно Канада, есть США, отдельно ну, есть специалисты по Канаде, есть по США, разложили знания. Ты хочешь как бы строгой суммы. Здесь я еще Только они начинают взаимодействовать, вот, существует как бы нечто между ними. Существует. Вот. И поэтому, когда речь идет о сумме, имеется в виду, конечно же, сумма в том смысле, что мир как бы расчленяется с нами по объектным областям. По областям, да. Да, но тем не менее не обязательно, что расчленяется. Нет, однозначно. Это понятно. И все и пересекается. Это получается, что даже если у нас есть частные науки, которые занимаются каждой своей объектной областью, то все они... равно недостаточно сложить их результаты, чтобы сказать что-то о мире в целом. Вот. Правильно. Нужна какая-то еще наука, которая будет осуществлять перевод, там, не знаю, с одного языка на другой, какую-то... Понимаешь, здесь как бы речь идет не о сумме, которая на нынешний момент существует. Вот, допустим, взять все знания нынешних наук и сложить, мир не получится. Нет. А речь идет, в принципе, о том, что мир раскладывается по своим объектным областям. И даже... Речь не идет о том, что они по непересекающимся областям. Просто раскладывается по областям. То есть мир как бы состоит из своих объектных областей. Они, может, друг с другом пересекаются. Здесь не речь идет никакой строгой сумме, естественно. Так нет, это... Речь идет просто, в принципе, о том, что субъект не вписан. Вот субъекта в мире как бы его нет. Субъект объект. Нет, это сейчас субъект ты защищаешь как бы... Ты написал три варианта, чем может заниматься философия по Канту. Да? Да. Три предмета. Я просто не опровергаю, что она может заниматься субъектом. Я говорю, что второй вариант, который ты как бы исключил, его нельзя так просто исключить, да. Потому что, как бы там ни было, какое бы разбиение на объектной области не было, текущее или изменившееся будущее, вот, все равно нет уверенности, что оно как бы проистекает из самого мира, все равно кто-то должен заниматься коммуникацией между этими вещами и так далее. Вот. То есть все равно как бы остается гипотетически возможность философии быть вот такой как бы энциклопедичной, сводящей все науки воедино дисциплине. Вот, в духе немецкой, этой немецкого подхода. Ну, я согласен, наверное, с тем, что в принципе такая дисциплина действительно, она. Как не... там сейчас говорят, там междисциплинарные исследования. Да, она не сводится действительно просто к сумме. Потому что всякая сумма, она это все-таки некая. Аграрное целое, да, тут требуется все-таки синтетическое целое, надо, синтез кто-то должен, да, надо произвести некое действие, да, для того, чтобы разные науки привести к единому основанию. Да, на каких-то третьих, других основаниях. В каком-то отношении, в этой науке нет ничего принципиально отличного от частных наук. Все равно вот этот синтез... Вот, ну как, нет, если, допустим, синтез осуществляется, вот, допустим, нужно синтезировать одну и другую область. Если синтез осуществляется на основании одной или другой области, то это будет просто сведение одной области к другой. Как, допустим, химии, не знаю, свели к физике. Вот. А если синтез осуществляется по-настоящему, на основании каких-то третьих, на каких-то других третьих основаниях, независимых, тогда есть эти третьи независимые основания, тогда как бы это полноценная деятельность. Либо мы просто одно что-то сводим к другому, либо мы предлагаем какие-то основания, понятия, категории,
И это уже как бы что-то независимое. Ну, другое дело, что оно неопытное, да, может быть, в этом претензия, да? На самом деле, откуда вообще взялось такое понятие «мир как целое»? Оно взялось от взаимоотношения Бога и мир. Потому что человек, который находится внутри мира, он не может мир взять как целое. Вот. То есть он может, конечно, взойти, но вот есть у Парменида рассуждение, да, о бытии, как бы, о сущем как неком, когда сущее, это частное сущее, да, какое-то ограниченное сущее с сущим сплачивается, да, они вроде как шар образуют такой сущего огромного. Но все равно, поскольку мы внутри находимся, то для нас это восхождение, оно представляется все-таки всегда через предел, да, того, что мы можем в частности познать. И поэтому мир как целое, такого момента нет. Есть всегда момент как бы приближения, как бы момент изнутри, когда мы восходим к целому, все равно это движение не может завершиться. Но движение может завершиться, если мы берем мир как бы со стороны, если есть некий абсолют, который этот мир творит. И тогда сразу возникает мир как целое. Потому что этот мир как целое ограничен абсолютом. И абсолют, потому что у него, получается, есть границы, трансцендентные границы. Когда мы изнутри поднимаемся, вот это как в античной философии, все имманентно, да, и мы как бы эти восходим в пределе, но достигнуть не можем. А когда мы сразу раз трансцендируем вопрос, у нас есть Бог, как бы, есть мир отдельный, тогда мир как целое представляет, он действительно противостоит Богу, да, и как бы опять возникает вот это субъект-объектное различие, да, но уже на уровне абсолютного субъекта. То есть абсолютный субъект, Бог, соотносится с объектом, который является миром. Он его творит. И ну, по поводу, кстати, местной философии еще. Такое замечание, как бы чисто практическое, на мой взгляд. Вот современной науки, которая занимается каждой своей какой-то областью. Так ли там все хорошо? Вот, по моему представлению, существует два, как бы, классическое разбиение на, естественно, научные и гуманитарные науки. Оно по-прежнему существует, только оно проходит уже где-то там внутри наук. Там, допустим, в какой-то экономике присутствует и какая-то математика, естественно, научные какие-то статистические исследования, и понятия, категории. Так вот, я думаю, что на самом деле мы имеем просто, естественно, научную парадигму, такую как бы парадигму числа, эксперимента, каких-то формул, вот. И, с одной стороны, и с другой стороны, просто философию, может быть, как бы выродившуюся в какие-то простые понятия, какие-то частные понятия, даже психология. Там, где она экспериментальна, там, где она стремится как бы даже куда-то к физиологии приближается и основывается на химии, она как бы, да, вот такова, какова она есть. С другой стороны, она, психология, выступает периодически как какая-то просто экзистенциальная философия. Мы знаем такие примеры. То есть философия, она фактически пронизывает огромное количество гуманитарных наук. И сказать, что это не философия, нельзя. Или сказать, что философия при этом... Ну, понимаешь, мы же не за слово держимся, мы держимся за некое понимание того, что такое наука. Что такое наука? Наука – это развертывание некого предмета. У тебя есть предмет, он уже есть, и ты его должен просто развернуть, эксплицировать в некой науке. А философия, вот она в принципе должна быть беспредметна, вот как у Декарта. Нет никакого предмета, которым занимается философия. Ну что тогда мы ищем его? Мы его не ищем. Мы просто пытаемся понять, что это в чем. Понимаешь, когда мы говорим, что мы пытаемся понять, в чем состоит предмет философии, это просто способ говорения об этом. Мы же как иначе говорить об этом? Мы должны сказать, что есть некая область, которая находится в философии. Но это не область реальности. Это что-то другое. Вот как у Гегеля. Мышление. Мышление не находится где-то в виде области объектной где-то в мире. Вот такого области нет. Это как бы вот что-то такое непонятное, как это изучать. Скорее, как бы такая пространство методологий. Вот если ты говорил о методах и о методологии, я об этом сейчас то можно было. Что вот с точки зрения пространства методологий, мне кажется, как бы существует так главенствующие только два сейчас метода. Вот, естественно, научный и, условно, называю его философский. Только не философский, где будет как бы... Потому что фактически он оттуда вырос. Вести какие-то понятия, категории... У каждой гуманитарной дисциплины есть свой конкретный предмет. Лингвистика там, занимается языком, там психология занимается там, психикой, сознанием. Там. Нет, предмет это свои, мы про методологию сейчас говорим. Так вот, я говорю, методология неотличима.
То есть отличить я могу только методологию гуманитарную от естественно-научной. Философскую от гуманитарной я не могу отличить. В смысле методов, может быть, и невозможно отличить. Но она отличается в смысле предмета, потому что в философии предмета нет. Может быть, философия, который составляет область реальности. Может быть, философия тогда не является как бы частной дисциплиной, а является методом просто. Метод. Понимаешь, проблема состоит еще в том, что такое метод. Представление о том, что метод оторван от объекта или от предмета исследования, это представление не удерживает критики. Каждый метод должен соответствовать предмету своего исследования. Поэтому как может быть методы существовать без предметов? Если нет предметов исследования, да, имеют под предметами некие объекты, объектные области реальности. Если нет такой реальности объектной, именно объектной, да, то и методов как бы вроде нет у такой дисциплины. Или, скажем так, у такой дисциплины ровно столько методов, сколько она, например, найдет себе какой-нибудь способ приложения, да, своих возможностей. И у нее появляется в связи с этим методом. Допустим, говорят же, в конце концов, о философии, физике, там, да. О философии науки лучше говорить. Говорят же об этом, да? То есть вот философия берет науку в качестве своего предмета, начинает ее изучать, и тогда у нее и методы появляются, да, как изучать этот предмет. Но изначально как бы у философии никаких методов нету. Каких там, я имею в виду универсальных методов. Но есть что-то есть такое, что это, что есть, вот надо выяснить. Есть это, наверное, есть какой-то опыт философский, наверное, есть... Ну, какой-то там методологический аппарат, там, да, то есть, кто он основан скорее на языке, ну, в конце концов, это... На логике. На логике, да, логика есть, наверное, да. То есть, что-то такое есть, и в принципе, по логику ведь тоже можно считать методологией, да, это часть методологии, логика. Но вопрос, как бы, ставится действительно в том, как бы, что философия должна отличаться от частной науки. Если философия... Подобно частной науке, если в философии точно так же, как у частной науки, есть предмет, то это почему тогда мы философию выделяем как нечто отдельное? Это должны говорить, что есть еще одна частная наука, называемая философией. В философии много претензий, относящихся к тому, почему она не наука. Она не наука, потому что у нее опыт как бы специфический, да, он как бы он интерсубъективный, но тем не менее не объективный. Да, его, он не является там легко проверяемым. Да? Поэтому в философии возможно много концепций. Да, равнозначно. Потому что проверить нельзя, как бы, можно взять, как вот, если рассуждать это в терминах науки, можно взять некие разные предпосылки, да, как бы из них выстроить разные системы, и сравнить их как бы на основе какого-то критерия истинности невозможно. Там, и то, и другое будет обосновано в равной степени. И получится, что философию и то, и другое вот, надо было бы, по идее, включить в общее понимание того, что представляет собой философия. Как делал Гегель. Философия на протяжении всей своей истории пытается как бы, понять, в чем состоит ее предмет. Да, там. Как бы, и всякие попытки явно ему указать предмет, всякий раз кончается тем, на самом деле, что этот предмет, что в отношении к этого предмету возникает какая-то частная наука, да, там, допустим, физика. Да, и все. Как бы, и философия уже вроде как бы к философии физика не относится. Раньше все же науки как бы, выросли из философии. Каждая наука вырастала каким образом? Она просто брала какой-то специфический особенный предмет, выделяла и говорила, вот это предмет скажет физика. И занималась. Математик там выделил математический предмет. Там, биология там выделила свой предмет. Да? И куча там риторика, много чего там было, как бы много таких ответвлений, да, философии. В конце концов, вот мы сейчас имеем как бы, многообразие, там, огромное количество наук. Даже получается так, что на протяжении там, 20 века еще там какие-то новые науки возили. Там, не помню, там, кибернетика, синергетика, еще там еще возили. Еще какие-то науки. Заметь. И каждый раз просто благодаря чему это возникает? Находит новый предмет. На самом деле... И вокруг него вырастает новая наука. Не только так. Вот эти синергетика какая-нибудь, они же потихоньку отвоевывают. Синергетика, правда, она тоже больше похожа на какую-то методологию, но они отвоевывают у гуманитарных наук пространство. Они как бы их замещают. То, что они внутри там как бы еще с друг другом там борются за какое-то первенство, это тоже понятно. Есть как бы качественное мышление, когда различия качественные обнаруживают. Вот как бы это качественно отличается холодное, горячее, там такое скорое. А есть как бы мышление, которое всякое качественное различие сводит к количественному. Вот это как бы естественно научное мышление. И вот оно как бы идет и захватывает пространство. В том числе и то, что как бы исходно было гуманитарным, вот оно, так сказать, постепенно переводит на эту логику.
сводить качество к количеству, а не наоборот. Ну это частность. Да, это вот именно что я хотел сказать, что это частность, это там успехи, так сказать, физических наук, применение математики, физики, оно привело к тому, что вот теперь математику пытаются везде применить. И даже говорят о том, что в науке столько науки, столько не математики, но все это глупости, конечно. Это частности какие-то. Почему это так? Ну, конечно, в каком-то отношении нет, ну, просто... числом легче работать. Нет, я... И в объективности это, в числе это больше. Это частности, но просто твои аргументы какие-то, например, по поводу того, что вот как бы существует, допустим, в философии много теорий, потому что у нее там какой-то неясный предмет или что-то еще, или как бы вот он такой. Во всякой гуманитарной науке, которая пользуется качественными, качественной логикой, как бы выделяет качество в качестве основного различия, в ней всегда присутствует такая же разноголосица. Ну, это понятно, поэтому как бы разноголосица это не является спецификой философии. Да. Я согласен. Философия как бы противостоит естественным дисциплинам действительно в составе всех гуманитарных дисциплин. Но тем не менее она еще и противостоит и гуманитарным дисциплинам. То, что у гуманитарных дисциплин есть фиксированный какой-то предмет, какой-то объект реальности, а у философии его нет. То есть философия может быть, может взять любой этот предмет какой-то и пытаться как бы его исследовать, да? То есть она может какой-то свой специфический способ рассмотрения применить на каких-то конкретных предметах, но тем не менее заранее никакого предмета у нее нет. И поэтому в конце концов пытались философию свести к методологии и говорили о методологии. Но это на самом деле последнее время говорили, а до этого говорили вот, что философия, вот, как я там нарисовал, да, она развивается в двух направлениях. Во-первых, как бы философия изучает вопрос о бытии, это вот и есть онтология, да, то, чем Хайдеггер занимается. Это там феноменологическая онтология, да, вот, как бы, которой занимается Хайдеггер, это вот одно направление. А другое направление вот, связано с субъектом. У Хайдеггера тоже там с субъектом связано, фундаментальная онтология. Потому что у него это вопрос о бытии вот, связан с вопросом о таком о бытии, как дозайн, да, с прояснением, понимание того, что есть присутствие. Ну, кстати, действительно, может быть, если вспомнить этих французов, может быть, удастся понять, что отличает вот гуманитарную мысль, ну, о каком-то предмете от философской мысли о том же предмете. Французы, они же любили заниматься там модой, какой-то там социальными какими-то вещами, рекламой, там, не знаю, еще чем-то. Ну, какими-то предметами, которые, казалось бы, как бы философским не принадлежат, являются какими-то частными. Но это вопрос о применении. Вопрос, что они искали. Вот. Ведь на самом деле, что отличает как бы гуманитарную мысль, просто чисто гуманитарную мысль от философской? На чем она останавливалась? Когда они достигали результата? Вот. Если почитать их философов, сейчас я не готов сказать все-таки на чем, да, но, наверное, можно понять, что чисто философского они раскапывали во всей этой ситуации. Им же недостаточно было просто вынести какие-то научные, социологические, экономические или какие-либо еще суждения. Они выносили какие-то суждения, которые выходили за рамки в итоге той предметной области, от которой они отталкивались. Но я бы считал, что то, чем они занимались, это способ применения мышления, да, как бы такого методического такого, знаешь, это последовательного мышления к исследованию какого-то объектной области. То есть фактически речь шла просто о мышлении относительно этой объектной области. То есть, был, например, есть ряд каких-нибудь опытов, экспериментов, какая-то есть данность, ее надо осмыслить. Вот вообще все, чем они занимались. Но вообще любая наука так делает. Ну, вот мне кажется, как раз, что они доходили куда-то дальше. То есть они до каких-то таких выводов доходили, которые совершенно и не востребованы в любой науке. И как бы и... То есть, начиная, допустим, заниматься экономикой, там, Бодрияр доходит до какого-то символического обмена, чего-то там еще, и это уже как бы взаимоотношения каких-то субъектов, объектов, не знаю, там, входит это еще в экономику, не входит. Понимаешь, в чем дело? То есть, какой такой вопрос, на какой такой вопрос он отвечает там дальше уже как бы? Ну, там вообще-то входит, наверное, в понятие социологии. Ну, может. Или там эти еще другие виды общественного. В конце концов, и в экономике тоже там участвуют индивиды отдельно. И тоже присутствует это понятие обмена. И символический обмен есть обобщение, на самом деле, экономического обмена обычно. Или вообще просто обмен, оно и есть обмен. Не, ну, то есть, то, что это обобщение, это понятно. Но дальше каким-то там, не знаю, выводом,
о вытеснении, там еще о чем-то. Насколько это как бы научно? Вот это не научно же, понимаешь? Но это может быть и не научно там, пока сейчас, да, пока такой науки не сформировался. Потом когда-нибудь со временем станет научным. Мне кажется, основная проблема состоит в том, что у частных наук предмет есть фиксированный, да, какой-то вот, в виде объектной области. Ну, мне так кажется, вот, кажется, что деление различие между философией и другими науками именно в этом состоит. Что у нее как бы вот свои объектные области фиксированные нет. Просто, вот, допустим, если взять того же Хайдеггера, да, вот, он тоже, допустим, занимается вопросом техники. Вот там техника или вопросом там науки. Науки и техники. Но ради чего, опять же? Да, ради того, чтобы в конце концов вынести суждение о нашем бытии. Современном, там, о нашем современном бытии. Никакая наука, да, занимаясь этим вопросом, допустим, кибернетика тоже занимается вопросами техники. Она не ставит себе целью вынести какое-то суждение о нашем бытии, да, она занимается этим, это кибернетикой или техникой, и о технике же и будет высказываться. Она не будет возвращать к нам вопрос. Ну, как бы, то есть философия обращается к какой-то предметной области, и потом от нее того, чтобы, как рефлексия, да, чтобы вернуться снова к нам. Да, именно так, что как бы... Называя это бытием или субъектом, ну, вот как бы к нам. Вот, ну, не получается ли так, если как вот я начинал с того, что вот есть действительно два таких фундаментальных объекта, это субъект. И я говорю, если можно говорить об объекте, потому что говорить, что субъект есть объект, это просто противосмысленная вещь. Субъект принципиально не объект, да? Вот как бы вот есть, в кавычках мы называем, будем называть их предметами, потому что как-то о них говорить надо. Есть как бы в философии, условно говоря, два предмета, да, вот бытие как бы и субъект. Вот, можно пытаться это оспаривать. Еще есть такое понятие, как методы. Но я говорил, что методы привязаны к объектным областям. Да, и получается, что как бы нельзя методы отличать от предмета. Условно говоря, предметы и методы даны сразу. Если мы говорим о предметах, мы говорим об объектных областях, к ним уже привязаны какие-то методы. Хотя на самом деле один и тот же объект может рассматриваться с различных позиций. Ну, да. То есть, допустим, с позиции биологии, там, человеческий организм рассматривается, с позиции там, медицины, с позиции там, ну, обществоведения. И метод возник. Ну и методы разные, соответственно. Ну и метод один возник, исходя из какого-то предмета, как аутентичный ему. Потом может как бы найти себе какое-то там применение где-то еще. Да, да, нету жестких таких, конечно, вещей, согласен. И понятие, есть понятие аналогии, да, и там те тот же самый Делёз там и Гватари пытались перенести, допустим, методы биологии, там какие-то аналогии и перенести на философию. В принципе, все это как бы должно работать. Это все так и должно быть. Но само просто понятие метода, на самом деле, не столь ясно. Там достаточно размытая вещь, как бы, и что это такое, как бы там. Все-таки мне кажется, что методы все-таки они в большей части относятся к предметной области. Да? И мы должны говорить о методах не отдельно от объектных областей, а вместе с ними. Как бы можно сказать так, что есть некая объектная область, вместе с ней есть совокупность методов, которые как бы не применимы. То есть которые релевантны по отношению к этой объектной области. И поэтому, когда все-таки надо тогда поэтому говорить об объектных областях. И вот у философии, как мне кажется, такой объектной области нет. Вот, например, можно здесь спорить с позицией, допустим, Гегеля, который говорит, что философией предметами является мышление и мышление. Но само понимание того, что такое мышление и мышление, тоже нетривиально. Что это такое? Потому что это можно понять следующим образом, что есть какое-то частное мышление, допустим, мышление частных наук. А мышление и мышление – это есть размышления по поводу результатов, которые дают частные науки. Ну, по поводу тоже методологии, да. Тех наук, ну, как эпистемология. Это получается как эпистемология, да, вот можно это так понимать, да? А можно это понимать тем способом, что вот есть некое мышление, которое мы проектируем на мир, да? А мышление и мышление – это как способ, каким мы обратно это мышление как бы осмысливаем, да? Когда мы осмысливаем объективное мышление. То есть вот то мышление, которое весь мир пронизан, как логикой, да, вот некой, как у Гегеля. Мир пронизывает некая логика, да? В отличие, допустим, от того, что оно чувствует. Какая-то структура какая-то, просто как бы вшитая. И мышление и мышление, это когда мы эту структуру высвечиваем, да, и вот промысливаем ее. Можно это так понять? Не, ну можно опять же как понять. Вот, допустим, опять вспомните французов, там какую-нибудь мифологию этого Барта, да. Вот он, допустим, занимается этой рекламой, еще чем-то, чтобы сказать о чем. Собственно, о мышлении и сказать. О том, как вот мыслит там этот француз. Как мы мыслим. Вот мы мыслим так, поэтому так происходит. Так происходит, поэтому мы мыслим так.
И в этом, в том, как происходит, видно, как мы мыслим. То есть такая рефлексия, она присутствует. Это тоже можно мышление, которое как бы в итоге возвращается к себе. Но в любом случае, это не в чем принципиальное отличие, что это все-таки не какой-то предмет, который так вот можно предъявить. Ну да. Возьмешь, скажем, вот, например, объектная область какой-то такой физики или там биологии, сейчас науки, предъявить можно, сказать, вот это область. Да. А как тут предъявить область? Ну, вот есть некое мышление. А что это такое? Даже я говорю, чтобы выяснить этот вопрос, требуется, как бы, который нельзя показать, требуется войти сначала в это и попытаться двигаться в этом, чтобы вообще осознать, чем вообще занимается философия. То есть вот такое рефлективное мышление, нельзя так сказать? Для этого вот, допустим, научное мышление. Для этого надо осознать, что такое рефлексия. Нет, для научного мышления известно, что оно как бы не рефлективно в том смысле, что оно не заботится о своих основаниях. Оно не заботится о том, ну, с философской точки зрения, опять же, да, о том, как оно происходит. Оно просто происходит и все. Ну, математика оно как озаботилась, бы не... в принципе. Ну, математика озаботилась. Хотя непонятно, как это надо называть. Да. Это озабоченность философского это вида все-таки, или математического? Скорее философского. Вот. Потому что математика, как бы, ну, и причем она лишь недалеко ушла. Вот, озаботилась, потому что ничего нельзя сделать, и это все так и осталось. А математика так и движется вперед, вводит новые понятия, новые математические объекты, теоремы доказывают и так далее. Как бы, научное мышление поступательно, оно не оглядывается, оно не... можно сказать, не обладает самосознанием. Любого ученого спроси, вот, что такое наука, он расскажет только какие-то школьные представления. Почему? Потому что это действительно ему не нужно. И научному мышлению не нужно знать о том, чем оно является. Всякому. Оно действительно обращено на... Это понятно, оно обращено на сразу, область, на предмет. А если мы говорим о рефлексии, то мы сразу тем самым выбрасываем понятие субъекта. Правильно? Ну, получается так. Сразу. То есть, если вот... Причем вот это не рефлективное знание, это знание конкретных областей, оно может оно быть... Оно всегда как-то такое, действительно, бессубъектное. Как бы бессубъектное, да. Может быть, да? Как бы... Оно объективное, да. И, оно, и на основе вот этих частных наук можно построить некую бессубъектную онтологию, да? Вот, да. Выстроить. Как в физике, да? Вот, взять представление физики обобщить, да, взять представление биологии, и в целом можно как-то вот так сконструировать, да? Целостность мира как вот бессубъектная. То есть субъект, конечно, там присутствовать будет, поскольку субъект уж совсем элиминировать нельзя будет. В виде системы отчета, в виде каких-то там измерений и прочее, субъект как-то будет там присутствовать. Там, приборов там или чего-нибудь. Ну, как функция, я бы сказал, он будет там присутствовать. Но в минимуме будет присутствовать. Поскольку это всегда должен быть остаться доступ, да, способ вхождения в то, что мы называем миром. Если мир совсем изобразить без субъекта, непонятно, как с какой позиции его можем в него войти. Да? То есть, в мире должен быть доступ, да, и этот доступ вот остается в виде того, что бессубъектная онтология остается как понятие субъекта. Да, да, то есть некий как бы, условно говоря, дверь для нас. Да. То есть, ты как бы, считаешь о том, о чем это будет речь, и ты, у тебя есть дверь, как войти туда и как условно увидеть все это, то, о чем описывается. Но тогда получается, что на долю философии остается вот нечто субъектное и понятие бытия. Ну, бытие не понято, конечно, не только как понятие. Это обсуждение бытия. Причем, как бы, в чем тут основная эта вот задумка, которую вот я думал, да, вот, почему как бы, вообще я этим вопросом позаботился. Потому что Хайдеггер рассматривает, да, вот свою онтологию, даже если у него есть онтология фундаментальная, да, которая как раз изучает, если так можно сказать, субъекта, да, вот дозайн присутствует там, это все-таки нечто субъектное. Тем не менее, вот его экзистенциалы, они имеют отношение все-таки к переживаниям. Все его там заботы там, и прочее, там, они, вот, как они имеют источник, да, вот философии Кьеркегора там, или Ницше, они вообще связаны с неким целостным опытом проживания, как того, как личность проживает свое место в мире. Да, как вот его, это вот как, да, вот, как субъекта, да, вот оно как раз относится к тому переживанию. И у него даже бытие понимается как переживание. У него вообще все рассматривается сквозь призму переживания. И причем, если посмотреть внимательно, это на самом деле влияние Гуссерля. У Гуссерля все стало переживанием. У Гуссерля даже сознание понимается как переживание. Вот я вот у меня есть такая интуиция, вот надо ее разработать. Так это или нет. У меня такое ощущение, что сознание он даже понимает как переживание. Это на самом деле, мне кажется, глубокое непонимание, что такое сознание. Потому что мне кажется, что сознание надо понимать вне времени, а сознание как переживающее нечто, это сознание, погруженное во время.
Это нечто, ну как бы, нет, это значит, он рассуждает не о сознании на самом деле, а о субъекте. Так вот, теперь откуда вырастает некая другая возможность, которая отличается вот от хайдеггерской онтологии. А другая возможность связана с тем, чтобы рассмотреть вот некую феноменологию сознания. Вот, условно говоря, вот, вся наша философия, начиная с Декарта, является феноменологией, поскольку опирается на опыт. Вот я долго думал, в чем как бы смысл феноменологии, да? Это так, если вдуматься, любая же наука есть феноменология. Любая наука опирается на некий феномен и что-то о нем говорит, правильно? Ну, физика, у нее свои феномены исследуют, биология свои и так далее. Любая наука в этом смысле можно говорить как о феноменологии. Чем же тогда отличается феноменология философская от феноменологии? Хотя внутри, даже внутри философии, то есть внутри науки, ну это чисто как бы, чисто эпистемологические, конечно, понятия, но присутствуют. Представление о феноменологической теории, а как бы не феноменологической. Ну, типа эмпирическая теория, да, вот называется, такая теоретическая, да. Вот да. Я называю эмпирической теорией, в каком-то отношении это есть то, что можно назвать феноменологией. Угу. Которая только относится к частной какой-то области. И получается, что каждая частная наука по своему просто, по своей природе является феноменологией, да? А вот та феноменология, которая должна быть обобщенной феноменологией, вот, да? Является по природе или нет, я не могу сказать, потому что вот эта феноменологическая, эмпирическая часть, она, это не вся наука. И, может быть, свершение мысли в науке происходит на уровне какого-то теоретического конструирования. Когда раз, как бы, и феноменологические теории обобщаются в какой-то конструктивный теоретический. Я согласен, что это не вся наука, я это полностью согласен. Но я боюсь, что и в философии даже тоже различия присутствуют. Есть некая феноменология, а есть как бы чистая теория. Да. Вот как у Гегеля, да, вот есть как бы, условно говоря, там у него феноменология духа, да, вот трактат. Все-таки есть подозрение. А есть наука логики, понимаешь? Есть такое как бы подозрение, что чистая феноменология, она как бы все-таки беспомощна как-то. Слишком она идет на поводу вещей. Да? Ты сразу хочешь чистой феноменологии? Не, ну... Просто феноменология? Нет, просто чистая феноменология называется скорее некая дисциплина уже, которая надстраивается над феноменологией. Есть сначала феноменология отдельных наук, потом есть общая феноменология, да, которая относится не к отдельным предметным областям. Чистая феноменологичность беспомощна, вот что я хотел сказать. Да, она беспомощна, на самом деле. И это показывает, кстати, философия Гусерева, что вот она так и осталась беспомощной. То есть, когда ты читаешь его трактаты, как бы, ты понимаешь, на самом деле, что вот за многообразием терминов всякого рода развлечений как стоит чистая беспомощность, ничего не может сделать. Просто ничего не может. Вот те рассуждения, которые есть, они относятся к делу, но они ни к чему не приводят. Ну, причем как бы Гусель-то хотел выстроить эту феноменологию как строгую науку. Ну, точнее, речь шла, конечно, там как вот некой трансцендентальной феноменологии, да, там, в конце концов ведь пришел к чему? Он пришел к тому, что, в общем-то, как бы, кроме философии Канта, да, вот только понятый более последовательно, чем Кант, да? Ну, и Декарт. И Декарта, да. Собственно, как бы ничего и нет. Причем Декарт ему нужен, потому что философия должна была обосновывать все другие науки, да, являться основанием всех наук. И как бы и она должна была быть беспредпосылочной, потому что у всех наук есть некая предпосылка, да, в виде его объекта. А в философии такой предпосылки нет. Философия как бы строится на каком-то чистом опыте. А это раз. А во втором смысле, философия все-таки, вот, например, у Гусерля есть такое понимание, как усмотрение сущности, что меня, кстати, поразило. У него есть понимание категориальной интуиции. То есть он считает, что вот этот наэма и наэзис, это различие, оно не просто как случайно. А у Канта, например, понятие исключительно априорное, и мы их как бы проецируем. Он как бы усматривает. Да, категориальное созерцание. Да, и это Кант, еще... Кант, оно где-то тоже мелькает? Но не, он говорит, что оно невозможно. Он говорит, что всякое наше созерцание только... Всякая наша интуиция только чувствует. Что не существует такой интеллектуальной интуиции. И это, в принципе, принципиальная позиция Канта, на самом деле. И, по-моему, насколько я понимаю, что и у Гегеля.
Я вот читал просто лекции по истории и философии, и Гегель критикует Канта, говорит о том, что... Ну, там Кант пишет, допустим, что вот пространственное не является эмпирическим понятием. А на это Гегель отвечает, но и любое понятие не является чем-то эмпирическим. То есть тут Гегель тоже считает, что в принципе, на самом деле, нет такого, если понятие всегда не может быть эмпирическим, да, вот если не существует такого вещи, как эмпирическая теория, да, то, значит, у него тоже нет интеллектуальной интуиции. То есть Гегель наследует вот традиции Канта. Хотя, вроде бы, интеллектуальная интуиция была у Шеллинга, но я просто не уверен. Вроде как бы он осуждал. Он вообще считал, например, что природа есть окаменевший интеллект. То есть, как бы в этом что-то такое есть. Ну как он это понимал-то? Если он понимал... У Гегеля тоже получается все не так просто. Да, потому что есть абсолют. Да, у него же как бы вот эти понятия, они все как раз развертываются. Они живые, они как бы развертываются. Да, это же не наши понятия субъективные. Да, это понятия, которые принадлежат абсолюту. У него объективный идеализм, да? Да, да, да. Да. И они развертываются из некого абсолютной жизни, да? Как бы, то есть абсолютный субъект, и он как бы вот в этом мире в виде как бы духовной сущности как бы себя развернул, да? Вот представь себе теперь, если мы из гегелевской философии убираем теологию, что остается? Остается обыкновенная философия Канта, в котором получается, что мышление опять же субъективно. Возникает, кстати, очень серьезная проблема у них у всех. Вообще, знаешь, почему почему Гегель вообще озаботился понятием Бога? Дело в том, что если оставаться на позиции Канта, то получится, что наше познание никогда не может достигнуть сущности и истины самих вещей. Ну да. И то есть наука это некая иллюзия тогда получается. Она не может считать, что то, что вот она получает, да, в качестве своего знания, что это знание является чем-то существенным. Да, и отражает то, как вещи сами по себе. Она только как бы свое отражение в зеркале. Да. И это главное возражение вообще философии Канта, что так получается. И как раз Гегель-то хотел с этим справиться. Потому что ведь как у Канта и у Гегеля. И у Канта, и у Гегеля мышление представляет исключительно субъективную особенность нашу. У Канта мышление названо спонтанейностью, в отличие, например, от созерцания. Созерцание есть способность, как бы, провоцируется вещами, да, которая вынужденная как бы способность, да, то есть мы в этом не властны, как бы мы просто воспринимающая сторона способность созерцания. А в понятиях мы свободная сторона. То есть в понятиях вот, нужно активность пассивность здесь так тоже да. Хотя в созерцании тоже есть активность в виде пространства времени, все так просто. Но у Гегеля то же самое, у Гегеля усматривает мышление проявление нашей свободы. Он говорит, что именно мышление мы свободны. То есть, опять же, мышление здесь наступает как некая способность, да, в котором проявляется наша субъективность. И в каком-то отношении, если бы не было абсолюта, то ему не обосновать, что то мышление, в котором находятся, допустим, частные науки, да, и ту сущность мира, которую высматривают частные науки, является и нашим как бы субъективной сущностью, для которой мы просто получаем силу того, что направляем наши понятия на мир. Что это как бы действительно сущность самих вещей, самого мира. Так вот, если все-таки отбрасывать абсолют, да, то философия Гегеля как бы она тоже становится субъективной. И тогда вот единственное возможность преодолеть субъективность остается только признать, что существует такая вещь, как интеллектуальная интуиция. То есть, иначе говоря, мир или феномен, он в двух составах. У него есть вот передний план, это воспринимаемое, и задний план, да, мысленно. И вот эта вот двухсоставная структура мира, вот я феномен выглядит двухсоставно. Вот передний план воспринимаемый и задний план мысленный. В классической философии есть только передний план. Явление в классической философии, оно всегда является только чувственным явлением. А феномен, как бы, вот уже понимаемый так, у Гусерля. А Гусерль, прежде всего, так понимает. Но он, правда, как-то странно это понимает. У него есть различия профиля. И профили вещи, и самой вещи. Да? Самая вещь как бы идеальная, некая сущность, да? А профиль вещи – это некая перспектива, я как бы осматриваю вещи, так, и каждый раз профиль. И как бы многообразие чувственных профилей, они как бы складываются вокруг некой идеи и вещи.
Да, то есть как бы. Но сущность-то все равно как бы это нечто отличное от того и от другого. Да, сущность отличная. Вот, то есть вот как бы феномен выглядит так, а сущность как бы она еще отдельно там. Сущность еще дальше. Так вот, то, что феномен понимается вот так двусоставно, вот это вот и есть основная мысль как бы вот феноменологии Гуссерля и за ним Хайдеггера. Да? Именно благодаря тому, что мир таков, он подобен тому, как устроен язык, да, как устроен вообще текст. Вот есть передний план, да, воспринимаемый, это текст или знак. И есть задний план, это смысл. И получается, что когда Хайдеггер говорит о том, что феноменология есть некий способ говорения о том, как явление, как феномен сам себя показывает, то речь идет о том, что мы с помощью языка, всего вот этого подобия, да, мы можем отразить сущность самого мира. Вот это и есть поворот к языку, собственно. А классический философ этого сделать было нельзя, мир был только чувственным. И даже была такая теорема, что существует только то, что воспринимается нашими чувствами. И даже в марксизме, и даже вот в советской философии это так, что существует только чувственное. Что все понятия, как бы, да, что вся идеальная структура, вот, она и называется, так сказать, кстати, идеальной, она существует только, так сказать, в голове исследователя. Да? Как-то так. На самом деле, по сути, получается, что мы, избегая термина абсолют, должны признать, на самом деле, что мышление – это просто такая же способность, как и восприятие. Что нет ничего особенного в мышлении. Что вот как мы воспринимаем с помощью чувств чувственный объект, так мы с помощью мышления воспринимаем смысл. Откуда берутся смыслы? Мы в чувстве не можем усмотреть как бы отношения. Чувства только вот дают нам как бы многообразие чувственного, но вот отношения всякого рода, там, да, соотношения, там, всякого рода там, структуру всякую, вот нам все это дает мышление. А всякие, допустим, мы рассматриваем какую-нибудь сложную вещь, она же имеет структуру. Там. Может быть, даже как бы, может быть, даже не так, а то, что одновременно действует и мышление, и чувственное восприятие, и вот этот вот смысл, и чувственно воспринимаемый передний план соотносится, дает нам опыт соотнесения. Уже то, что сама вещь как бы двусоставная, мы уже как бы все время удерживаем отношения. Мы говорим стул, как бы мы одновременно удерживаем и понятие стула, и как бы и чувственно воспринимаемый стул. Да. Они все время у нас как бы там двоятся и в то же время соотносятся. Причем это двоение на самом деле, вот Хайдеггер вообще избегает такого разговора, да, потому что деление по способностям – это на самом деле разговор, старый разговор о субъекте и объекте, потому что там субъект понимается как субъект своих способностей. Ну, много раз обсуждали эти. Он как раз говорит о том, что как бы просто есть единая сфера, да, в этой единой сфере и чувственная как бы данность, и как бы вот смысловая данность, она просто как бы существует, вот, как бы наложена друг на друга, да, вот как одна светится в другую. То есть он как бы говорит о некой цельности. Только мы, когда мы все-таки опираемся на классическую философию, понимаем, что вот феномен он двухсоставен, то есть мы разбиваем его по нашей способности. Но вообще говоря, как бы можно этого не делать и обсуждать его. Также язык можно также не рассматривать, просто обсуждать его, как он есть, как вот Хайдеггер делает. Он просто говорит о том, что вот язык как бы постигает феномен так, как он есть. И феномен в языке, именно язык это есть способ, каким феномен раскрывается для нас. Он именно раскрывает свой смысл. Да? То есть он и является, и раскрывает свой смысл. Так, и все-таки возвращаясь к тому, вообще-то, в чем как бы еще состоит философия. Вот есть философия Хайдеггера, и может там этой философией заниматься, и она действительно логически следует из всего развития классической философии просто. Если проследить, мы уже это даже смотрели, рассматривали это движение. Так вот, есть ли другая еще возможность? Другая возможность, на самом деле, это трансцендентальная философия Канта. Но она плоха чем? Она плоха тем, что субъект-объектное различие имеет много общих, на самом деле, проблем. Вот. Можно эти проблемы рассмотреть, или мы все-таки как бы этот вопрос оставим. Потому что, в общем, проблема, самая главная проблема состоит в том, что вот субъект в объектном различии, если вот рассматривать, что объекты пробегают весь мир, да, получается так на самом деле, что субъект как бы вне мира находится. Он как бы вне мира.
А это же не так, потому что если смотреть на вопрос с внешней позиции, то весь мир есть мир. То есть, ну, если переходить на разговор о феноменах, что весь мир, есть мир неких феноменов. Вот как говорит этот Витгенштейн, да? Мир есть не весь, не мир вещей, а мир там фактов. Ну, слово... Та же. Просто слово «факт» он не очень удачно, по-моему. Ну, и даже слово «событие» не очень удачно. Нет, дело в том, что вещи, они вне времени находятся. А там факты находятся как бы единство времени и временной характеристики. И это. То есть мир, если как мир вещей, получается, что время элиминировано. Мир как мир фактов, как событий, да, это мир, в котором существует и время, и пространственная характеристика. Это раз. Во-вторых, вещи – это некие локальности, которые выделены. Да? А мир фактов – это как бы рассмотрение мира внутри сразу целостности контекста. Фактом, да, он на фоне чего-то. Да, на фоне контекста. Как ты поймешь, допустим, тебе по телевизору говорят, вот факт, встретился такой-то президент с таким-то. Надо очень много всего понимать, да, что такое президент, да, и да, отношения, да, и так далее. То есть мировость мира сохраняется, целостность мира сохраняется. А вещь, она как бы просто вот вырвана, да, вот есть вещь. Во-первых, потерян весь контекст сразу, да? Сегодня странный семинар, вот, ты сегодня... Словословие же Гуссерлю, Витгенштейну, ну Хайдеггеру-то ладно, этим двум. Причем не учесть, что я их не люблю. В принципе, не люблю. Так вот, суть вопроса в чем состоит? Так когда мы говорим, что мир – мир феноменов, он имеется в виду вот именно это постановка вопроса, как у Витгенштейна, что мир есть мир фактов. Просто понятие феномена, оно и есть нечто, что находится вот, во-первых, в целостности, да, потому что, как Хайдеггер говорит, что, вот, кстати, Хайдеггер критикует Гуссерля очень любопытно, я тут тоже читал. Ведь, оказывается, ведь это Хайдеггер полностью элиминировал такое существенное понятие для Гуссерля, как феноменологическая редукция. Элитическая редукция, там, да, трансцендентальная, да, редукция, да, и вообще. И я это, на самом деле, внимание случайно обратил на это внимание, поскольку я тоже, мне не нравится редукция, потому что я не вижу, что в редукции какой-то вообще смысл. Потому что если мы берем сознание пространственно рассматриваем, да, то получается, что как бы вот если это мышление, там, это восприятие, то никакой редукции нет, потому что субъект может одновременно сначала сюда посмотреть, а потом сюда передвинуться. То есть как бы никакой редукции нет, просто поскольку все это дано одновременно. Если вот я могу воспринимать и тут же мыслить. Редукции как таковой нет. Она просто бессмысленна. Просто есть некая связь, скорее. Нужно говорить о связи между тем, что ты в мышлении строишь, и тем, что как бы есть на самом деле ты видишь. И поэтому нет перехода, а есть просто связь. И вдруг я читаю у Хайдеггера, что он действительно говорит о том, что он критикует Гуссерля не явно, а как бы косвенно. Он говорит, что мы должны феномен изучать в прямом показывании, в прямом доказывании. Это означает, вот то, что я рисую, это и означает, это, что нет никакого отдельно теоретической части, отдельно как бы опыта, да, а вот есть, мы смотрим на мир, да, усматриваем, и в этом же в прямом усматривании прямо доказываем, как оно есть. То есть мы смотрим, и то, что увидим, мы сразу в языке эксплицируем, и как бы, и эта экспликация есть некое, во-первых, раскрытие феномена, а во-вторых, если что-то пытаемся доказать, то и доказательство. То есть философия должна бы жить в таком действии. Так вот, если возвращаться к этому разговору, субъект, просто из самого смысла субъект-объектного различия, субъект – это не объект, а мир представляет собой совокупность объектов, да, ну, или лучше говорить о феноменах, потому что в данном разговоре мы об объектах говорим как вот о некоторых объектах мира, да, то есть либо феноменов, либо сущих. Субъект получается вне мира, получается, что это уже даже с этой стороны, помимо, еще же одна проблема существует, проблема, связанная с отношением субъекта и сознания. Но даже просто в таком простом рассуждении получается, что представление о субъекте, оно на самом деле неверно. Но оно как бы просто искажает само представление о мире. Нет такой позиции вне мира. Нет, ну, это как раз спорный вопрос. То есть это можно ставить вину философии Канта, а можно ставить как бы наоборот в заслугу. Что несмотря на то, что другие философии нам все время говорят, что все происходит внутри, вот, в нашем опыте, так как трансцендентальная внешняя позиция,
все время сохраняется, что мы имеем опыт как бы внешности по отношению к миру. Такой, ну, личный такой. Вот что, по-твоему, такой трансцендентальной позиции здесь? Для того, чтобы такую структуру вести, и вести, чтобы субъект был вне мира, должна быть вот позиция трансцендентальная, вот. Угу. Трансцендентальная позиция здесь, которая как бы... А на самом деле это просто абсолютная позиция. То есть позиция абсолютного субъекта со стороны. Она есть трансцендентальная. И она причем находится вне философии. Понимаешь? Потому что философия как бы вот как Кант находится. Вот Кант пишет свой трактат, он находится... сам выносит это вне философии и рассуждает о предмете. Он вот вводит предмет такой. Субъект-объектное различие и рассуждает о нем. А сама эта позиция, она вне находится. Вот в этом проблема-то на самом деле состоит. А если пытаться эту трансцендентальную позицию внутрь ввести, то получится философия Гегеля. Согласен. Непонятно, с какой позиции мы видим как бы вот эту вот, вот эту структуру и эту внешность. Да. С какой позиции мы это видим? А Гегель задает, он же, критика Гегеля от философии Канта как раз и состоит в том, что он эту трансцендентальную позицию вносит внутрь, угу. Внутрь. У него получается субстанция сознания, сознание одновременно является как бы моментом движения, да, и как бы субстанцией всего, тут предмет. Но существует трансцендентальная позиция в том смысле, что существует рефлективная позиция, вот рефлективная позиция. То есть трансцендентальная позиция в терминах Гегеля стала просто рефлективной. Получается, что есть позиция знания предмета, есть позиция знания о своем знании, рефлективная позиция. Угу. И тогда вот эта трансцендентальная позиция вошла внутрь философии, и как бы философия стала имманентной. Нет никакой внешней позиции, как бы, да, из которой рассматривается. И сам, во-первых, перешли от терминов субъект к терминам сознания, да, и сам, ну, сам термин сознания есть некое только... момент общей субстанции, да, все стало имманентным. Вот у Гегеля все имманентно. Есть субстанция, и эта субстанция представляет собой на самом деле или там в пределе просто абсолютное сознание. Да, но сознание такое си пишу. Чтобы это не перепутывать. Субстанция, абсолютное сознание, это вот этот момент субстанции, это как бы сначала единичное сознание, и он стремится к тому, чтобы постигнуть себя как абсолютное сознание. Да? Вот все движение, оно так и выстраивается, что вот, как бы, момент самой субстанции, да, он как бы должен дорасти до целого. То есть субстанция должна увидеть себя в каждом моменте, да, и осознать себя как целое. Собственно, в движении состоит в том, чтобы, будучи частью, да, и противопоставляя себя предмету, да, на самом деле достичь понимания целого и понять, что на самом деле нет никакого противопоставления, что все есть одно. Все есть абсолютный дух. Так вот, опять же, возвращаясь к предмету философии. В чем состоял бы предмет философии? Еще дополнительно, помимо философии Хайдеггера. Вот есть субъектность. И эта субъектность, она может манифестироваться в двух субъектах. Либо в трансцендентальной философии, типа Канта или Гуссерля. Гуссерль тоже в трансцендентальной философии устроен, трансцендентальная феноменология называется. Uh-huh. Да? Кант, Гуссерль. Вот это трансцендентальная философия. Вот либо какая-то имманентная философия, типа Гегеля. Имманентная философия. Uh-huh. Но поскольку у Гегеля есть определенного рода проблемы. У него вот... философия как бы разделяется на две философии. Одна можно назвать феноменологией сознания или феноменологией духа, да? А другая – это наука логики. Угу. Типа теологии такой или нет? Нет, это просто связано с мышлением, а это связано с сознанием. Это сознание, а это мышление. Угу. Проблема состоит в том, что вот это вот разделение у Гегеля всей философии на феноменологию, то есть сознание, да, феноменологию духа, и на науку логики, то есть на философию мышления, или на мышление мышления, она на самом деле у самого Гегеля не различена. Для Гегеля мышление и сознание одно и то же. Точнее, так надо сказать, что сознание на самом деле в своем возрастании, да, оно на самом деле становится мышлением. То есть сущность сознания есть мышление.
И у него мышление и сознание отождествлено. И поэтому у него вот эти две дисциплины есть на самом деле одна дисциплина. Да? То есть феноменология духа у него переходит в науку логики. То есть, иначе говоря, философия сознания, да, она как бы в своем пределе имеет науку логики. И наука логики является некой дисциплиной, которая рассматривает логику мира везде, и в духе, и в мире. Да? Вот он так и пишет же об этом, да? Что дух как бы пронизывает все. И вообще, вот, например, я всегда поражался. У него, вообще говоря, вот, понятие в абсолюте двоится. С одной стороны, есть абсолютный дух, а с другой стороны, есть абсолютная идея. Идея относится к функции мышления, а дух относится к функции... Это есть нечто, относящееся к сознанию. Это вот двоение, на самом деле, оно как раз связано с тем, что есть сознание и мышление. И вот эта вот редукция феноменологии духа, то есть... Сознание к мышлению, мне кажется, вот есть некая какая бы позиция ошибочная. Ну, как раз вот этот, этим я и занимался, попыткой рассмотреть, что возможно ли некая феноменология духа, да, или лучше говорить, это феноменология сознания, а лучше еще говорить по аналогии с наукой логики, да, вот как это, наука сознания, которая подобна науке логики по своему смыслу, то есть является основанием, да, всех наук, но остается на позиции сознания, то есть не скатывается к мышлению. Вот тогда получается, что есть еще одна возможность для философии. Ну, нет, ну, похожим образом, если как бы забыть про трансцендентальность, рассуждал же и Гуссерль, мне кажется. Как раз как бы пытался построить такую феноменологию сознания, вот, которая являлась бы основанием. Гуссерль скатился к вопросу о трансцендентальном субъекте. Понятно. И в терминах рассуждал все в терминах субъекта. Ну, это надо сказать, он все-таки скатился к этому в позднем своем творчестве, а в начале там где-то логические исследования. Там... А в начале он сознание понимает как переживание. Это тоже странно. Он вообще как бы, я, честно говоря, Гуссерль требует, видимо, надо будет к нему обратиться еще поизучать его, но у меня вообще есть подозрение, что он тоже сознание и мышление не различал. И то, что он называл. Почему? Он считал мышление, он считал сознание функциональным. Может быть, он как бы под феноменологической редукцией, вот под редукцией, понимал именно ну, как бы такую процедуру, которая концентрирует наше внимание именно на феноменах сознания и отвлекается. Ну, представь себе, допустим, если ты пишешь науку логики, ты явно занимаешься не сознанием. Ты как бы развертываешь мышление, да. И все. Это вот есть чистое конструирование. Да. Вот. Против чего, как бы, собственно, редукция и должна была быть направлена. Вот давайте как бы. Он за него хотел заняться чистой феноменологией. Это что такое потом? Такая же чистая наука, как. Да. Не, по смыслу. Чистая феноменология, конечно, лежит здесь. Но по способу, какой пытается построить ее Гуссерль, оно на самом деле лежит здесь у него. По способу. Потому что. Он рассуждает о трансцендентальном субъекте. Вообще говоря, трансцендентальный субъект он сразу как бы вводит вот эту всю философию субъект-объектного различия. Вводит всю философию способностей. Все опять скатывается вот те проблемы, которые связаны с тем вообще с представлением, что субъект вне мира находится и прочее. Как бы о том, что это как бы трансцендентальная позиция какая-то есть странная. Вся феноменология перестает быть феноменологией. Она становится непонятно чем. Но самая большая проблема состоит в том, и Гуссерль ее, видимо, не понимает, что ли, и не доходит до него, что как у него трансцендентальный субъект соотносится с сознанием? Вот как? Потому что сознание нельзя свести к способности трансцендентального субъекта. Она просто вываливается. Видите? Гегель же недаром перешел на термины сознания, да, потому что вообще понятие субъекта, оно как бы проблематично, лучше так говорить вежливо, да, там, как бы, для философии представление о субъекте проблематично, испускать его этот субъект. Мы что делаем? Мы фактически, у нас есть некое представление о нашем личном единичном субъекте, которое связано на самом деле с этикой. У нас вот в этическом понимании, или, там, в юридическом понимании есть понятие ответственности, да, и мы эту ответственность присваиваем некоторому субъекту. Потому что субъект, что такое субъект? Субъект — это субъект некой ответственности. И когда мы пытаемся также вот это вот этическое понимание субъекта перенести в область теоретическую, что есть как бы
некий субъект способности, да, как бы, есть некое индифферентное сущее такое, как субъект, то возникают все проблемы в философии, которые вот, связаны с трансцендентализмом. Там, субъективность, да, вот, там, субъект находится как бы вне мира, там, что возникает трансцендентальная какая-то позиция, какая-то странная, абсолютная. Откуда абсолютность позиции берется? Она в принципе невозможна. И прочее. Не, ну. Ну, трансцендентальная позиция — это абсолютная позиция. Позиция как бы, как вот, если мы говорим о философии, то философия должна указывать всякий раз это, о чем идет речь. Что такое трансцендентальный субъект? Это некий субъект, как бы, да, который является для всех субъектов единичных одним и тем же, да, как бы неким сущностью единичных субъектов. Вот это трансцендентальный субъект. Но тем не менее, будучи сущностью, да, будучи понятием, он является субъектом. Это как? Ведь у него с позиции трансцендентального субъекта обосновывается вся теоретическая философия. Вся теоретическая философия есть теоретическая философия трансцендентального субъекта, а не эмпирического. А, например, дедукция, какая-то категория и прочее. Это действие трансцендентального субъекта. И он это понимает, потому что у него единичный субъект, он там может ошибаться, там, что-то там, чего-то не мочь. У него, например, там есть такая проблема, у Канта, вообще говоря, такая любопытная, которая еще, вообще говоря, не знаю, там, которая всю философию его разрушивает. У него получается так, что способность суждения, а именно та способность, которая связывает понятия и объекты созерцания, так вот у нее эта способность, она является в каком-то отношении произвольной. То есть она зависит от таланта, от научения, да, там, от проницательности и прочего. Прямо об этом так и пишет. Угу. То есть способность суждения — это способность, которая зависит от единичных способностей субъекта. Но если это так, то как можно на этом науку строить? Как можно на единичном субъекте, где связывание понятий с объектами созерцания зависит от какой-то там единичной способности единичного субъекта, как можно строить науку? Понятное дело, что нельзя никак строить. А можно строить только на том, что если понятия связываются с объектами созерцания по некоторому объективному закону, да, в силу какой-то всеобщности необходимости, и здесь нет никакого произвола, и не может быть здесь никакого таланта, там, способности, в смысле как бы умения. Нельзя способность понимать как умение. А если там действует трансцендентальный субъект, то что это такое? Следует говорить либо о трансцендентальном субъекте, либо о трансцендентальной структуре единичного субъекта. Либо трансцендентальной... Структуре, наверное, лучше. Просто вот я что, как бы все спотыкаюсь на этом месте. Мне кажется, что у нас как бы есть именно опыт абсолютной внешности или там абсолютной трансцендентальности. Так есть? Просто, мне кажется, есть. Ну, и что это за опыт? Ну, вот он просто опыт вот этой внешности. Как бы опыт относительный, то, что относительной внешности, это очевидно, что он есть, да? У Хайдеггера, что такое метафизика, есть какое-то странное рассуждение о том, что в переживании мы можем как бы взять мир как целое. Ну, допустим, там ужас, да, там, вот есть как бы страх, как есть бы, да, такой. И у страха есть какой-то количественный предмет, да. Может быть, нам сопатить ужас, да, вот как бы беспредметный. И в этом ужасе мы полностью станем вне мира, как бы, да, вот в позицию ничто. В этом смысле, как бы, вот ничто, условно говоря, в этот мир входит через нас, да, там, через присутствие. Мы можем полностью как бы миру противопоставить. Но тем не менее, это рассуждение, оно не может рассматриваться как трансцендентальное. Мы можем как бы действительно как бы противостоять миру, да, как бы, но все равно это только переживание. Я могу, это, в конце концов, какие-то сумасшедшие переживают себя там богами и прочее. И это их опыт феноменологический, да, и можно над ним издеваться, но тем не менее, как бы, из этого нельзя же сделать вывод, что они боги. А уже и здесь. Из того, что у нас есть опыт. А какой они вывод делают? Из того, что есть... Понимаешь, если бы у тебя был такой опыт, какой бы ты вывод сделал? А? Нет, может быть, я и считал бы себе. Да нет, у тебя нет такого опыта. Может, заявление о том, что как бы невозможна абсолютная трансцендентальность, вот такая, как бы, или
оно похоже на то, что на заявление на то, что Бога нет. Ты что? Как будто вот как бы Бог не может это быть, причем именно быть в смысле как феномен. Вот завтра возьмут и явится Бог. А Бог, где ты будешь, кстати, со своими Бог рассуждениями? Как феномен в принципе быть не может. Так вот, а вот он явится как феномен. Где ты будешь со своими рассуждениями? Нет. Просто тут есть какая-то предпосылка. Это как бы не очевидно, почему он не может явиться как феномен. Понимаешь? А почему вообще? Почему абсолют не может как бы существовать? А почему вообще взялось это представление об абсолюте? Нет, ну оно взялось, допустим. Да, это вопрос, да, действительно там. Тот же Декарт отвечал на него так, что как бы раз такое представление взялось, значит он есть. Вот. Но. Да, именно так. Да, понимаешь, совершенно противоположным образом. Вот. Просто а почему типа, в уме находим такое, да? Значит, оно реально. Почему как бы все абсолютное, да, вот, оно всячески как бы элиминируется. Вот, как бы является... Ну, что такое феноменология? Феноменология, по-моему, базируется на понимании того, что должен быть доступ к тому, о чем идет речь. Если мы не имеем доступа к абсолютному, мы о нем не разговариваем. Нет, но мне просто кажется, что вот есть, как бы, может быть, какие-то парадоксальные вещи. Ну, например, возьмем того же Канта, вот его это пространство и время. Пространство и время у него выступает какими-то такими вот парадоксальными непонятными вещами, которые, с одной стороны, как бы в опыте нами обнаруживаются, с другой стороны, они какие-то являются какими-то всеобщими, да? Всеобщими, какими-то абсолютными в каком-то смысле, да? Да не в каком-то, а... Ну, идеальными уж. Идеальными, да, вот так, идеальными. Ну. Вот. Да. Такие, значит, вещи все-таки случаются иногда. И вот эта трансцендентальность... Идеально, они как бы, они... Если трансцендентальное понимать как высматривание идеального, то это просто действие мышления, это не действие трансцендентальное. Нет, по крайней мере, Гуссерль так понимал. Под трансцендентальным понимается именно позиция, когда в соотношении субъекта и объекта высматривается субъективная активность. Когда речь идет именно об активности, в чем состоит наша активность. Трансцендентальность и состоит в том, что мы как бы на субъект-объектное различие смотрим со стороны. Это вот позиция, когда мы изучаем наше постижение мира со стороны, и называется трансцендентальной позицией. Собственно, это фактически это просто рефлективная позиция, да? Просто рефлективная позиция. То, что у Гегеля называется рефлективным. Ну, разница только состоит в том, что у Канта эта трансцендентальная позиция, она как бы вовне находится. Нет рефлексии относительно трансцендентальной позиции. Нет второй рефлексии. У него есть, условно говоря, само движение... То есть изучение того, как субъект объект. Ну, хорошо, была бы вторая есть... рефлексия. Ну, надо было бы третью проводить. Нет, дело в этом. Вторая рефлексия, она и есть первая. Она возвращается в первую. Трансцендентальная позиция относительно трансцендентальной позиции, это будет другая трансцендентальная позиция. Тут редукция не получится. Ну вот. Получится, что... А рефлексии, это рефлексия рефлексии есть та же самая рефлексия. Любой уровень рефлексии возвращает в первую. Потому что она имманентна. А трансцендентальная позиция, она каждый раз создает новую это, структуру. Она не возвращает, потому что имманентности нет. Она не возвращается к себе. Трансцендентальная позиция нарастает и уходит в регресс. Понимаешь? Да. Вот чем она и плоха. Почему? Потому что она как бы вне находится. Если бы она находилась внутри, если бы сам, допустим, познающий мог бы это, находиться и в трансцендентальной позиции одновременно, и в позиции познающего, как, вот, как рефлексия осуществляется. Я могу одновременно, я могу что-то постигнуть, а потом это, относительно этого рефлектировать и обратно возвращаться. То есть, рефлексия и постижение находятся, являются да, одним я, и тем же. Мысли я понял. Активность. Вот это, я что хочу сказать. Мысли я понял. Вот. Так вот, мне кажется, различие можно тогда такое попытаться провести. Вот помнишь, мы говорили про рефлексию и самосознание как рефлексию, и самосознание как проживание. Как какое-то точечное там самосознание. Да. Вот. Так вот, рефлексивное, когда рефлексия обнаруживает вот эту трансцендентальность, рефлексивную, это одна ситуация, гегелевская. А представь себе, что мы как бы не можем обнаружить эту трансцендентальность, но в ней все время живем. Мы как бы обнаруживаем ее тем, что мы ее проживаем. И так у Хайдеггера, между прочим. Вот, согласен. Да. Да. У Хайдеггера именно так. Как мы проживаем ничто? Мы именно что не можем здесь, нам тут нечего мыслить. Да, да. Здесь можно только потому прожить ужас. Если мы проживаем, тут уже регресса не будет, правильно? Потому регресса что не будет. Это но не теоретическое построение. Самое это интересное, что ты сразу перешел с терминов от трансцендентальных субъектов, перешел к единичным. И ты получается, что вот этот опыт, различие нас и мира, это наш просто наш опыт.
Ну, опыт, да. И этот опыт есть. А можем, имеем ли мы право этот опыт наш, да, как бы чувственный опыт? А, я спрашивал про то, вот этот опыт является ли чувственным, опыт внешности. Ты сказал, вот это какой-то там чувственный опыт, а чувственный ли он? Спросил. Ну, у Хайдеггера он чувственный. Ну, в чем его чувственность состоит? То, что, ну, а вот внутреннее чувство, переживание, это чувство или не чувство? Кстати, у нас с Игорем возникал такой однажды спор, как является ли внутреннее чувство переживание, чувство? Или это просто слово одинаковое, а это нечто другое? Потому что здесь же вопрос еще в том состоит, допустим, вот сомнение Декарта, да? Угу. Это переживание или не переживание? Да, потому что, опять же, он там, допустим, сомневается в чувствах, да? Там, в чувственных данных. Но он вообще, есть, нет, потому что вообще... бывают чувственные данные, да? Вот как бы, ну, там, ощущения. Ощущения, да. То есть это переживание явно не ощущение, да? Там не ощущение. Ну, Кант их называет внутренними чувствами. Угу. Ну, может быть, это просто только слово одинаковое, да? Может же, как бы, кто его знает? Все-таки, может быть, их он называет чувствами, а это нечто другое. То, что у Хайдеггера как раз вся философия его как раз основана на этих переживаниях, и, собственно, обсуждая эти переживания, или, можно сказать, некоторый внутренний опыт, да, вот, связанный с тем, как присутствие проявляет себя в мире, он всю свою философию развертывает. Ну, наверное, все-таки, если быть все-таки более феноменологически строгим, наверное, все-таки приравнивать ощущения и внутренние чувства нельзя, наверное, все-таки. Потому что ощущение страха там, и чувство, так, условно говоря, там, красного там, или там, шершавого, это все-таки, наверное, все-таки разное. И даже, может, существенно разное. Потому что действительно переживания могут не иметь своего предмета, ну, как Хайдеггер описывает, да, что есть некие... Есть страх, да, и страх и может иметь свой предмет. Mm-hmm. То есть страх, допустим, темноты, или страх человека, там, или еще какой-нибудь страх. Вот. Обычно имеет свой, как бы, некий объект или некий предмет. А ужас, да, вот который всеохватывающий, некий такой парализующий ужас, он просто как бы ужас, и все. Ну, бывает, что он сразу ужас. Бывает беспричинная тревога. Ну, тревожность. Или тревожность, да, может быть тревожность быть. Ничего не связано. Абсолютно. То есть переживания, и мы же и раньше говорили, что переживания они не интенциональны. Они могут быть, уж так говорить, неинтенциональными. Они могут быть интенциональными, их можно объяснить интенционально, то есть указать некий предмет, на который они направлены, да, идут. А можно как бы и рассматривать и неинтенционально. И вообще, когда мы обсуждали о самосознании, которое дано в некотором внутреннем опыте, да, в переживании самого себя, мы говорили о том, что здесь как бы нет никакого там вот различия субъекта и объекта, да, здесь просто какой-то некий внутренний опыт, есть какое-то переживание, и все. Хотя потом, на самом деле, я пытался как бы осмыслить этот опыт, и у меня получалось, что все-таки там какое-то различие есть, оно связано с различием между сознаванием, да, и как бы и самим переживанием. Угу. То есть, поскольку во всем присутствует сознание, то можно вот это различие привести, а сознание, в конце концов, некое представление о субъекте, да, то есть... Все-таки различия вроде как бы есть, но на какой-то так, в таком выглядит виде, что как будто бы его и нет. Как там различие проявляется? Сознание это не система отчета, это как бы то, относительно чего отчитываются, относительно чего как бы происходят все переживания. Да? Если бы не было системы отчета, то мы не могли бы там, невозможен был бы такой опыт, как внутреннее сознание времени. Да? Оно возможно только в том случае, если у нас внутри есть нечто, что стоит, и нечто, что как бы движется относительно того, что стоит. Стоит у нас сознание, а движется у нас переживание. То есть в этом опыте есть как бы различие между сознанием и содержанием этого сознания, то есть переживанием. И я боюсь, что именно отсюда Гуссер делает свой вывод о том, что сознание всегда связано с переживанием. Он, думаю, берет вот это вот сознание внутреннего времени и переносит на все. Он считает, что это и есть видимое время, да? Как таковой, который субъект конституирует. Как он конституируется? У этого есть некий чистый опыт, да, проживание времени, чисто. А потом, как бы, если этот опыт переносить, допустим, на другие объекты, то всегда сознание рассматривается как переживание. Мне кажется, что вот такое объяснение, которое ты сейчас привел, вот что-то стоит, а что-то движется, поэтому мы понимаем, что что-то движется, должна быть какая-то система отчета, что оно как раз себе, то есть оно является объяснением, которая использует логику опосредования, которая использует эту
гегельянскую логику. Вот развлечение, последование такого. То есть не так, что вот мы просто раз осознали время или осознали движение. А когда мы движение отличили от покоя и тем самым, пусть это как бы работа происходит неосознанно, да, но все равно. Нужно здесь это или нет? Описание вот. Здесь, наверное, не нужно. Ну а как иначе об этом говорить? Ты должен говорить, что тебе это понятно? Нет. Ты как бы. Вот есть, допустим. Ты как бы механизм описал, каким образом работает осознание времени, фактически. Каким образом конституируется сознание? Времени? Откуда это берется? Если вот есть конечный опыт, а ты как бы под него подкладываешь. Допустим, его сознание находится, может, это... Есть некий опыт. Угу. Его надо как-то описать. Для того, чтобы, во-первых, другому сказать. Для того, чтобы... А с другой стороны, описание – это часть понимания. Да? Как ты понимаешь? Что мы понимаем, когда мы вот имеем в виду такой опыт? На самом деле этот опыт настолько фундаментален, что вся философия, собственно, опирается именно на этот опыт. То есть все остальные опыты, они следуют из этого. Есть некий первичный фундаментальный опыт, он связан с сознанием, внутренним сознанием времени. Да? Вот. То, что у Гусерля называется. А то, что у классической философии называется проживание бытия, проживание времени, проживание самого себя. То, что называется самосознанием и прочее. Вот есть некий фундаментальный опыт. Все остальное это уже построение, да, там, конструирование. Из того, как мы этот опыт понимаем, как мы его расчленяем на составляющие, как мы его описываем, зависит от того, как мы вообще дальше будем строить все остальное. Проблема состоит в том, что у нас везде есть сознание, везде, в любом опыте есть сознание. И вообще просто без сознания, если сознания нет, то нет ничего. Значит, в этом опыте есть сознание. Мы должны, значит, понять, каким образом в нем есть сознание. Поэтому, когда Гусель этот опыт описывает, я раньше говорил как, просто опыт какой-то, проживание. Этого недостаточно сказать. Нужно сказать, что это опыт проживания, который свидетельствуется сознанием. Значит, получается, у нас две позиции. Есть некое проживание, а есть некое сознание, свидетельствующее это проживание. Значит, есть различие. Теперь мы можем по отношению к этому различию попытаться понять, в чем же состоит это различие. Различие. Ведь можно к этому отнестись внешним образом. И считать, допустим, что сознание точно так же находится во времени. То есть все движется, и сознание движется, все движется. Тут проблема в чем состоит? Проблема состоит, что такое... Вот можно... Я все-таки пытаюсь в другую сторону уехать, да? Такое свидетельство. Да, что такое свидетельство? Вот я хотел спросить. Вот что такое значит свидетельствовать? Потому что сознание свидетельствует, что есть некое внутреннее проживание. И это свидетельствование, оно таково, что различие между сознанием и то, что свидетельствуется, его как бы, оно и есть, да, потому что мы понимаем, в чем состоит различие. Его как бы и нет, потому что эксплицировать, в чем оно состоит, сложно. Если я начну его эксплицировать, то получится, как ты говоришь, какой-то там, это естественно-научный подход, да, есть система отчета какая-то. По-другому эксплицировать, как? Как это сделать? Как вот расчленить здесь, понимаешь, это составляющее? В этом состоит трудность, поэтому... Мне представляется, наиболее оптимальный вариант состоит в том, что сознание вот стоит как бы, да, во времени, а все остальное движется. Вот если что-то замерло во времени, вот, например, мы что-то фиксируем, вот как в физике, система что-то фиксировали, все остальное относительно системы что-то движется. Как только мы что-то, как что-то мы взяли в качестве покоящего. Если мы взяли другое в качестве покоящего, другую, как бы все изменилось, другие начали двигаться, да, как бы вот. Все относительно, движение относительно. Так же и здесь. Что такое переживание? Это некое движение. Как его не понимаю, оно все равно движение. Значит, на самом деле мы должны понять так же, как и в физике, как мне кажется. Мы должны понять, что зафиксировано в этом движении. Вот что относительно чего движется. Вот есть переживания, они относительно чего-то движутся. Относительно чего? Другого не приходит это наук, кроме как сказать, что они движутся относительно сознания. Сознание как бы стоит, вообще говоря, вот эти все разговоры, сознание стоит, там что-то движется, это, конечно, все аналогии. Понятно. Мне просто там показалось в какой-то момент, что такая есть неявная предпосылка, ну она не у своих, может, рассуждениях вообще есть, что покой понятнее, чем движение. То есть, что мы как бы движение объясняем ссылкой на покой. Вот что-то покоится, а что-то как бы движется относительно покоя. Да, вот именно. Не, ну, на самом деле такая предпосылка есть. Вот. Может быть, причем она классическая какая-то. Да, это, да, она классическая. Просто это связано с понятием того, что такое время. Покой как бы, это вплоть до того, что покой естественное состояние, как бы, да, вот. Не-не-не. Нет?
я тут уже добавил. Мы прежде всего должны говорить про движение в смысле времени. Продвижение в смысле пространства, перемещение, это как бы неинтересное же дело. Вообще говоря, в философии вот важно понять, как отнестись ко времени. Вот что такое движение во времени? Вот что важно. Мы не можем понять движение во времени, иначе как на самом деле понять, что такое во времени покой? Вот покой во времени нам понятен. Все понятия, они покоятся во времени. И вообще говоря, мы мир на самом деле это как бы рассматриваем в разрезе, как будто времени нет. То есть у нас есть вещи, как бы, да, вот мы там пытаемся мир постигнуть через идеальное, все идеально, это покоится во времени. То есть все наш способ, каким мы что-то понимаем, все находится как бы вне времени. И мы вообще первым делом в понимании элиминируем время. Первым делом. И когда Хайдеггер говорит о бытии и времени, вот он пытается это время обратно. Потому что в классической философии время в принципе элиминировано. Потому что все, что классика выстраивает, оно находится вне времени. Когда Гегель пытается время в виде историчности, там, в виде развития ввести, то это время все равно логическое какое-то время. Оно там не в буквальном смысле время. Там, даже когда он берет историю философии, да, и рассматривает ее как развитие духа, то все равно это в каком-то смысле логическое время. То есть то время, как в физике, да, вот, как бы время, которое является идеальным временем, да, идеальным протекающим. Ну, пространством таким, которое... Да, пространство. Да. Пространство на это развитие можно как структуру... Да, именно так. Поэтому, когда Хайдеггер вносит время, оно ведь как вносится? Как переживание. Это время вносится в смысле того, что мы на самом деле к миру относимся переживательно. И из этого переживания его вот так вот во время от него уже не отодрать. Вот мы можем время, вот взять, например, это некую вещь, и вне времени ее взять, как идею какую-то, да, как, например, там, как некое единство, как представляющее собой совокупность свойств там, и прочее. А переживание мы не можем вырвать из времени. Оно в принципе. Но даже ту же идею, как бы мы тоже на самом деле, она где-то там может быть идеально существует, но всякий раз мы ее переживаем, когда мыслим там. Ну как бы, так сказать, промысливаем ее. Мы... Вот это как раз вопрос. Вот насчет переживания. Я же говорю, что у Хайдеггера, мне кажется, проблематично состоит в том, что он сознание понимает через переживание. Нет, ну хорошо, можно сказать по-другому. Переживание тебе не нравится, у нас был термин проживание. Мы проживаем вместе с ней. Вот смотри, мы взяли, допустим, вот идеальная есть это, какая-то идеальная идея. Короче, идеальная идея. Вот она такая идеальная вне времени. Мы взяли и вместе с ней чуть-чуть пожили. Понимаешь? Ну там несколько минут или секунд. Вот в этот момент мы думали. Мы жили вместе с ней. Прожили. А не получается ли так, что мы вот, просто в потоке времени в принципе находимся? И мы все, что происходит с нами, происходит во времени. И в частности, и проживание идей происходит во времени. Но это просто получается, это судьба такая. А не то, что как бы само проживание идеи да, обязательно существенно связано с проживанием во времени. Ну просто ее как бы иначе, да, и не про... А, не только идеи, мы все проживаем во время, все вещи проживаем да, во время, да. Все проживаем да. Во время. Но это наше бытие так устроено. Ну вот, бытие и время, да. Да, бытие и время отсюда, правильно. То есть это вопрос поставлен на стену, но классическая философия время элиминировала вообще, и она рассматривает позицию, как бы она все пытается свести к идеальному. Что такое наука логики в своей сути? Это как бы логика вне времени. А вот как они там, вне времени. Как эти идеи без нас живут. Да, сами по себе вне времени. Что мы-то с ними пожить решили. Но, да нет, а как они без нас? Да дело в том, что я бы даже сказал так, что у Гегеля время – это характеристика единичного объекта, единичного субъекта, единичного сознания. Вы только сбили, на самом деле. У Гегеля время – характеристика единичного субъекта. Да, у Гегеля единичный субъект, у него вот только в чувственной достоверности время возникло один раз, и все. Потом оно как бы, в конце концов, в итоге как бы цель состояла в том, чтобы добиться некой науки логики, а именно бытия как бы Бога, Бог же вне времени. Почему вообще говоря, разговор ведется о вне времени? Потому что Бог вне времени. А итог философии должен как бы упереться в абсолют, да, и в абсолют тоже остается вне времени. А поскольку как бы философия имманентно развивается в абсолют, да, который вне времени, значит и сама философия как бы вне времени находится. Хотя она и развивается. Вот такая вот такая странная вещь. Но самое прикольное, смотрите, вот про науку сознания, да, вот как бы, которую я пытаюсь отличить от науки логики.
наука сознания. Вот у Гегеля, смотрите, у Гегеля наука логики, как бы я противопоставляю науку сознания науку логики на том основании, что сознание отличаю от сознания не равно мышлению. Мне что, вот мне любопытно на самом деле, вот вы как считаете, сознание и мышление одно и то же или нет? Потому что Игорь сказал, например, за Юру, что сознание и мышление это одно и то же. Что это два разных слова, как бы для одного и того же. Сознание может быть статично, а мышление это как бы все равно движение. Ну, это да, ну, это логично. Это интуитивно подходит, но это все именно так и есть. Сознание статично, а мышление... Оно может быть статично. Ну смотрите, мышление на самом деле, ну если брать, оно просто способность. Способность. И как бы любая способность, она является интенциональной вещью, да, и она вот разбивается субъект к объектам различным. Как бы и у мышления есть вот это мышление. Что такое субъект? Причина мышления – это само мышление как деятельность, да? А это мышление как статика, то есть это мысль, там, или там, мы говорим о там, смысл, способность, да? А сознание – это не способность. У него, во-первых, нету, его нельзя разбить вот, поэтому на субъект-объектное нельзя разбить. Нет таких объектов специфических, которые соответствуют сознание, потому что сознание есть при любом, при любых объектах, в любой способности участвует сознание. И это первое, да? А второе, вот существенная характеристика состоит в том, что если сознания нет, то нет и субъекта. А тут не так. Если, например, нет какой-то способности, ну, допустим, там, не мыслит человек, то субъект остается. Субъект все равно есть. Независимо от способности. И получается, что вот я просто два самых простых характеристики. Часть сознания – это неспособность. Именно благодаря тому, что сознание – неспособность, сознание – это как бы состояние. Вот сознание всегда это можно рассматривать как состояние. Не, ну потом мне кажется… Вот как Софья сказала, а мышление действительно – это движение внутри смысла. Потому что сознание как бы состояние, некое мы находимся как бы в сознании, мы в нем находимся. А если он маркером заднем дождевом? Да. Ну, можно науку сознания выделить из науки логики, то есть противостояние, да, науку логики. На том основании, что вот у Гегеля различить сознание и мышление, сознание выделить отдельно, тогда, причем... Не знаю, вот у меня совершенно другие, как бы, ассоциации возникают. Ну, давай. У меня ассоциации такие, что вот если, когда мы говорим про сознание, когда мы говорим про мышление, единичность субъекта элиминируется легко и безболезненно. Да. Вот как бы вот все, нет уже никакого единичного субъекта, все общее становится. А когда мы говорим про сознание, как бы мы там ни говорили, даже про абсолютное сознание, всегда как бы есть привязка к какому-то конкретному бытию, ну есть вообще выход на бытие. И есть вот какая-то вот эта единичность неустранимая, что-то, не знаю. Ну вот это хороший разговор, потому что я боюсь, что именно... Сознание личностно всегда. Ну, личностно не личностно, но оно как бы... Можно, давайте так, это. А можно ли говорить о сознании, допустим, народа? Ну, вот есть, допустим, такая сущность, как народ, да? Можно ли говорить о сознании? Ну, вся... Ну, это даже ваш эгрегор или... Нет, даже... Ну, эгрегор, пожалуйста, это сколько угодно. Эгрегор сознания. Можно говорить? Можно, получается. Правильно? Это же не сознание. Но что такое дух? Но оно все равно будет не всеобщим. Ну дух. Нет, это понятно. Но он будет не всеобщим. Будет точно так же конкретный, да, только да, просто да, имеет. Да, да, все правильно. Вот. То есть, что такое, ты хочешь сказать, всеобщее сознание, да, вопрос? Да? Угу. Правильно понимаю? Да. Мышление, как бы, оно всегда проходит у нас под грифом всеобщества. Всякое понятие всеобщее. Ни твое, ни мое, понятие, ни чье-то. Да, согласен. Сознание всегда чье-то. Пусть даже это общество, народ, там, не знаю, человечество, абсолютный дух. Не в том плане, что оно принадлежит, но в том плане, что есть какая-то точка. А нельзя разве так рассуждать, что... Не то, что носитель. Смотри, вот. По аналогии рассуждать. Вот, допустим, вот, например, есть столы, допустим, да, как бы, а есть идея стола. Нельзя даже по аналогии с сознанием рассуждать, что есть много сознания, про как ты говоришь, единичное сознание, то есть единичное сознание, а есть некие структуры. Вот структура сознания как такового. Ну, это и есть такое. Ну.
Может быть, надо, как бы, когда мы говорим о новом сознании, вот в этом аспекте рассмотреть. Это как раньше было, вот, например, субъекты единичные, да, субъекты. Субъекты, да? Единичный субъект, там, или эмпирический субъект. И как бы трансцендентальный субъект, да? Или там, всеобщий субъект. Ну хорошо. А вот можно структура. Хорошо. А структура мышления. Вот а структура мышления. А структура мышления — это логика. Это логика. Вот, так вот, потому на самом деле Гегеля и получилась наука логики. Вот, так вот. Я к чему хочу сказать, что получается, структуру различают уже. Значит, действительно, да, разные вещи. Потому что структура сознания, моя мысль в чем стоит теперь, да? Как бы уточненная в этом ключе. Структура сознания содержит в себе в качестве коррелят, или как там они любят говорить, коррелят реальности. То есть как бы вот в этой структуре есть один из элементов, который, он как бы он существует. Он реален. Он есть. Ну вот типа человека там, не знаю, общества или чего-то. Ну да. Вот так. Ну да. То есть. Да. Понимаешь, на самом деле, структура сознания, чем, что мне интересно, что связано с сознанием. Во-первых, с сознанием всегда связан опыт. Трудно сказать, что такое опыт мышления. Но. Можно считать, что есть опыт человека, который мыслит. То есть мышление как бы само по себе, да, как бы, а опыт мышления как некий единичный опыт человека, который мыслит. Но вот сознание всегда есть связано с опытом. Всегда. Это раз. А во-вторых, сознание всегда связано с реальностью. Мышление не обязательно с реальностью. Ну вот, вот я об этом как бы как-то и говорю, да. Да. Оно связано с реальностью. Непонятно, какая реальность там, это здесь понятно, известно, что это сложное все. Материи, но. Ну, это. Вообще говоря, потому и занимайся, условно говоря, феноменологией, да, что как бы потому и нужно сознание, допустим, а не мышление. Ну вот, в чем состоит структура, если как бы дальше там мыслить? Это же важно, в чем состоит структура. И почему это как бы важно? Потому что если мы сознание понимаем как нечто пространственное, да, то вот эта пространственность и состоит в структуре сознания. Понимаешь, что это вот если, что в нем как бы отдельные предметы разных способностей, там, это восприятие, там, мышление, там, воображение и прочее, то, в том числе и субъект, который там, если можно так говорить, да, и прочее, все в нем имеет, это положено, и сознание представляет собой некое основание всего этого. Основание всего мира представляет сознание. То есть философия же, главная интенция философии, если ее не сводить к частной науке, да, состоит в том, чтобы обосновать возможность любой науки, обосновать возможность любого знания, обосновать возможность мира вообще. А это связано именно со свидетельствами. Вот это вот как быть основанием, это означает, с другой стороны, быть свидетельствующей инстанцией. Быть свидетелем. Понимаешь, вот одно дело, допустим, заниматься наукой, пытаться понять то, как мир устроен, да, как бы описать это, построить теорию и прочее. А другое, каждый раз это обнаруживает некое свидетельство. Угу. Потому что все-таки свидетель, он ведь как бы не вмешивается в то, что происходит, да? Он просто как бы констатирует. Угу. Вот есть некая констатирующая инстанция. Угу. Вот некое основание. В этом смысле он основание вообще всего мира, он даже основание в каком-то смысле Бога. И более того, там можно. Причем мышление, вот мы много раз уже замечали, что мышление как бы вот оно конструирует, оно свои понятия. Как у Канта оно вообще как бы там только этим занимается, набрасывает свои понятия, да? Оно в этом смысле перформативно, оно как бы действует, говорит и действует, да. Оно меняет мир, да. Навязывает ему что-то. Вот. А должна быть еще и какая-то констатирующая инстанция здесь. Ну, свидетельство. Да, да. Вот причем на самом деле, что интересно, вот если взять философию Декарта, я просто тут в качестве создания контекста. То у Декарта есть две инстанции, там мыслящая инстанция. Есть протяженная и вещь мыслящая, да. Да, две субстанции. Uh-huh. Мыслящая субстанция и протяженная. Uh-huh. И они на самом деле, как бы, вот эти две субстанции объединены в одной субстанции, называемой Богом. Uh-huh. Так вот, если брать вот эту схему того, что сознание является чем-то пространственным, то как раз Бог — это и есть вот это вот, как ты говоришь, сознание всеобщее. Именно в Боге все объединено. Yeah. Именно в сознании. Именно в сознании же. Я думал, что вот это сознание тогда, а вот это мысль. Нет, они тоже все в сознании. Субстанции, мыслящие и протяженные, все в сознании. То есть Бог есть сознание. То есть Бог есть не мышление. И Бог не есть сущее. В том смысле, как вот это, да.
как нечто как бы протяженное. А Бог есть сознание. Сказать Бог есть сознание, значит сказать Бог есть. Да. Самое интересное, что если Бог есть сознание, то это такой Бог, который никак не уловим. Невозможно это ни в материальном мире уловить, невозможно о нем мыслить, бессмысленно. Как бы его можно только осознавать. То есть ты как бы осознаешь, что Бог есть, понимаешь, а что тут мыслить? Тут нечего мыслить. Можно ли, просто проблема-то в чем состоит? Можно ли дальше утверждение того, что сознание есть нечто пространственное, да, и что оно есть основание всего мира, основание всего вообще? Можно ли дальше этого что-то двинуться? Можно ли еще что-то существенное про сознание сказать, кроме того, что вот будет сказано? То есть на самом деле получится, что есть некая наука сознания, которая состоит в том, что оно утверждает, что сознание является основанием всего. Даже с точки зрения теологии, да, именно Бог является там, всеобщим сознанием. Сознание всеобщее какое-то. Только не все. Всеобщее сознание, оно просто, это сознание отличается от наших единичных сознаний. Да? Вот некое как пространство сознания вообще. Можно сказать так, что весь мир пронизывает некое сознание, не логика пронизывает, как у Гегеля. У Гегеля Бог сведен к логике, да? То есть Бог сведен к мышлению. У Гегеля получается, не только у Гегеля, между прочим, у Аристотеля тоже. Переводвижитель есть мышление и мышление. То есть везде попытка осмыслить Бога всегда сводит его к мышлению. А на самом деле Бог есть сознание. Это существенная разница, друг это другое. Если Бог есть сознание, как бы, может быть, это все-таки даст какую-то там точку для понимания, другого понимания всего, в том числе и теологии, и философии. Вот вообще говоря, исходная посылка, как бы исходная интуиция состоит в том, что сознание отличается от мышления. Она дает очень много плодов. Например, если с этой позиции я вот пытался как раз сейчас Гегелем заниматься, я феноменологию духа рассматриваю. Смотри, получается так. Пытаясь с феноменологией духа разобраться. Вот в феноменологии духа есть несколько форм, и восходят некие разные формы сознания. Будем говорить, вот форма 1 там восходит в форме 2, в форме 3 там, и так далее. Причем это восходящее движение, это чувственная достоверность, там, это восприятие, допустим, это рассудок, там самосознание и так далее, и где-то вот здесь находится абсолют, да, там форма она абсолютная. Но дело в том, что если рассматривать сознание как пространственность, то в пространственности все эти формы даны родоположны. И между ними нет иерархии. Это просто различные формы, или как мы можем сказать, различные опыты сознания. Что сознавать Бога, да, что сознавать как бы чувственную достоверность, одно и то же, они родоположны. Между ними нет иерархии. Откуда взялась иерархия? Она только берется от мышления. Да, если отождествлено сознание, мышление. Потому что в мышлении есть иерархия. И эта иерархия именно связана с тем, что есть иерархия родовидового. Да. Родовидового отношения. Да. Одно понятие. Одно понятие вложено в другое. Вот так. А более общее, там одно понятие, там более. Да. Тут это является. Оно является видом, а это род, там, как бы род, и каждый раз к роду восходит. И есть некий предельный род, да? Вот это и есть как бы Бог. Потому и у Бога у него и назван понятие с большой буквы, да? Или идеи. Потому что в конце концов для родовидового отношения есть некие предельные, да, предельные абстракции. И эта предельная абстракция служит Богу. Самое, знаешь, что интересно? Из этого интересно, что вот эти два восходящих движения наложены друг на друга, и поэтому у Гегеля возникло такое понятие, как самодвижущееся понятие. Дело в том, что понятие это нечто из мышления, а самодвижущееся это из сознания. То есть на основе как бы объединения сознания и мышления, на основе отождествления. Что такое? Почему говорю самодвижущееся? Потому что именно сознание является живым, именно сознание имеет опыт, именно сознание двигается, именно сознание связано с реальностью. Именно мышление является понятием, мышление восходит. Сознание не восходит, но оно живое, и оно копит. То есть сознание одалживает реальность мышлению, фактически, у него вот так. Он как бы отождествил, и то, что в сознании... Получается, вот это самодвижущееся понятие, которое я никак не мог понять, что это такое. Оно просто если бы возникает из того, что есть сознание и мышление, отождествляется. Почему? Как может развивать? Он говорит о развитии понятий. Как может понятие, нечто зафиксированное, как оно может развиваться? Куда ему развиваться?
развитие понятия, получается, вот есть одно понятие, оно развилось, ну, возникло второе понятие. Но это же это осталось. Развилось, ну, третье понятие возникло. Между ними просто, ну, возникла связь. И что? Это понятие, три понятия. Нет никакого развития. Так вот, развитие, оно просто взято из сознания. А сознание, оно может развиваться. Осознал, осознал, осознал. Понимаешь? Каждый раз возникает осознание. И сознание расширяет горизонт. И вся философия Гегеля, получается, она основана на вот этом тоже событии, это мышление и сознание. И вообще говоря, как бы вот то, что там, я боюсь, что то, что Гегель называется диалектикой, это просто... Так вот видишь, это значит, что действительно сознание имеет отношение к бытию. У него же тоже событие и мышление. Да. Парменидское лежит в основании. Вот. Вот тебе как бы... Ты различаешь сознание и мышление. Вот. Как это вот интересно, тоже событие и мышление, а есть тоже бытие и сознание. Ну вот, вот. О чем идет речь? Вот. Бытие и сознание тождественны. Почему? Потому что все существует для нас только в сознании. Да, это не различает бытие и сознание, да? Да. Ну, а именно из сознания возникло, если ты вспомнишь разговор, различие бытия и сущего. Логическая точка состоит в том, что вот надо как-то критически отнестись к философии Гегеля, и как-то ее так вот интересно рассмотреть, и чтобы нечто оставить. А, и вот как бы создать вот на базе феноменологии духа, то как проект новый. Оставить философию. Ну то. Из философии Гегеля оставить. Нет, я вот предлагаю, даже название придумал, наука сознания. То есть Хайдеггер уже как бы онтологию уже все сделал, я не знаю, можно ли там что-то еще сделать. В эту сторону же двигаться ли можно? Просто как бы понятно, как ответвился Хайдеггер от классической философии. Ну это просто дальше, ну что дальше идет? Ну ответвился он, ну допустим мы это поняли, ну здорово, а дальше что делать? Дальше можно заниматься сознанием. Либо сознание это какой-то феномен, да, вот есть занимается психологией, вот мы говорим о сознании, да? Просто лишь наука сознания. Вот есть феномен, да, занимается допустим психологией. Там еще какие-нибудь другие науки, там физиология, да? Вот феномен сознания. Вы помните, мы обсуждали там на сайте, вот мы занимаемся сознанием. А чем мы занимаемся? Наукой мы занимаемся или философией? Вот можно этим феноменом заниматься в смысле психологии и физиологии, и это будет вот некая феноменология сознания тоже. Да? Опыт-то один для всех, нет же какого-то специфического философского опыта. Но этим мы занимались, в конце концов, пытались там понять. А можно заниматься вот некой чистой наукой. Вот это как бы, вот, условно говоря, она тоже, в принципе, дает теорию, вот мы сейчас рассмотрим вот проблему. Вот есть теория как бы сознания на основе некой феноменологии сознания, научной. А можно заниматься, вот как я предлагаю название, науку сознания, это предварительное название, связанное просто с аналогией, с наукой логики. Да, ну вот смотри, что смущает вот в этой аналогии, что наука логики, она как бы оторвана от, даже вот от той феноменологии духа, от опыта. Да, это ее проблема. Но может ли... философия сознания стать такой же. Понимаешь, может ли она... Она не должна такой стать. Не должна. Не должна остаться феноменологически, должна сохраниться. Но только в виде чистой феноменологии, чистой. Вот это как раз проект этого Гусерля. Вот есть феноменология. Но просто почему надо чистой феноменологии? Потому что феноменология занимается нечастной наукой. Просто у них объекты свои. Если философия будет просто феноменология, она будет ничем. Это понятно, да. Она должна стать чистой феноменологией. Так вот, в чистой феноменологии, тем не менее, она не должна потерять, так сказать, объекты сам. То есть сознание, оно как феномен остается, но рассматривается просто со стороны основания. Основание, ну как ты говорил, основание мира. Мы же перевыходили уже на это. Есть некое основание мира. Вот. Разное понимание. Есть теория сознания, которая рассматривает сознание как некую реальность. Сознание как феномен, как реальность. Объект какой-то. Как объект какой-то, да. А есть как бы вот другое рассмотрение сознания, которое подходит, которое рассматривается как основание мира, как субстанцию мира. Причем дело в том, что этот подход никто не изучал. Под субстанцией понимали все что угодно. Допустим, понимали там мышление, протяженность понимали, понимали Бога, но никто не понимал никогда сознание. Я что-то такого даже не знаю, кто бы это понимал. Если сознание понимать как субстанцию, надо на этом основании строить. Понимал субстанцию... А, нет, неправильно. Гегель понимал сознание как субстанцию. Единственное. Но он же что сделал? Он взял это все... Элиминировал мышление, и все. И все опять исчезло. Он ведь как сделал? Он сначала написал феноменологию духа.
которая должна была составлять первую часть системы наук. Угу. Потом что-то с ним случилось. Ну, по голове ударили. Времени уже, да. Он понял, что так слишком. И стал заниматься. И вы все элиминировал к мышлению. Нет, все к мышлению свел. У него вот первая его работа, первая работа, которую он себе заявил, существенная, да, такой конкретной работой, как вот как оригинальный философ, она была, называлась феноменология духа. И там совершенно другая философия, как бы, да, пытается она развить. По сравнению с тем, как той философией, которую, допустим, дана в энциклопедии философских наук или в науке логики. То есть там все опять к мышлению редуцируется, к логике. Да? А тут еще оставалось вот это вот сознание, да, и работа с сознанием. И куда интереснее. Здесь как раз-то вот в феноменологии духа, как раз у Гегеля получалось, что итогом является абсолютный дух, а у него там получилась абсолютная идея. И вообще гегельская философия, она вот так вот разваливается по линии вот, абсолютный дух и абсолютная идея. Идея относится к мышлению, а это относится к сознанию. Я всегда, никак, вот сколько я Гегеля читаю, всегда вот удивлялся, как, вот их, как Гегель их сводит в одно к другому. А Гегель просто, как бы, он, видимо, считал, что сознание и мышление одно и то же. И более того, в энциклопедии философских наук он так и заявляет. На самом деле у него «я» является каким-то сознанием и одновременно мышлением. У него прямо «я» через именно у него сознание равно отождествляется через «я», сознание. Слушай, равно «я», равно мышление. Встречный вопрос. Вот у нас сегодня в середине или в начале где-то даже промелькнуло вот по поводу Гусарля, что у него вот такая двойная интенция, что у него есть второй у вещи мысленный план, смысл, что как бы есть категориальное созерцание, что мышление не является чем-то особенным, а это тоже как бы... Да, способность, такая как и другие способности. Ну, правильно, и это правильный подход. И тогда получается, что есть способности, и они дают мир, да, в данности своей. И эта данность, феномен состоит в том, что она дана через чувственные способности и через мышление. То есть способности это данность. А тем, что является выделенным в человеке, является сознание, то, что не является способностью. И сознание относится не к данности, а к основаниям. Вот так. А раньше, на самом деле, выделялось всегда мышление. И вообще, на самом деле, я всегда говорил о том, что человек-философ находится в позиции мышления. А тут что-то думал и понял, что философ находится всегда в позиции сознания. Потому что если бы он находился в позиции мышления, он бы никогда не смог бы увидеть остальные. Наука находится, похоже, в позиции мышления. Она как бы мыслит. И наука. Переходит. Позиция основания. Это позиция, знаешь, условия возможности. Знаешь, что такое чистое мышление? Это математика. Да. Чистое мышление. Там как бы просто она переходит от смысла к смыслу, от смысла к смыслу, она работает со смыслом. Чистое мышление там. И поэтому, когда, почему физика, как бы, и в принципе все науки пытаются редуцироваться к математике, ну, к чистому мышлению, все стремится к чистому мышлению. Все элиминирует вот это вот отношение, потому что сознание все-таки как-то относит нас к реальности. Но. Потому что сознание как бы пространство, оно еще как бы пространственное, понимаешь? Почему оно пространство? Потому что именно сознание является той опосредующим основанием, которое соотносит восприятие, вот восприятие есть, а есть мышление, да? Как они соотносятся? Они соотносятся через сознание. Сознание является трансцендентальной схемой. Схема – это вот и есть сознание. Между ними. Именно сознание, с одной стороны, пространственное так, чтобы восприятие втягивает, да? Как схема втягивает. И в то же время уже достаточно абстрактно, чтобы можно было наложить туда смысл. Да, чтобы вот эта схема, она как бы и здесь, она и на стороне мышления, и на стороне восприятия. Она как бы между. Ну, тут как у Канта. У Канта же проблема в чем состоит? Как мышление накладывается на объекты созерцания? Это тем способом, что есть некое последующее основание, которое как бы объединяет две способности, и с помощью которого осуществляется переход от одного к другому. Ну, или в этом направлении можно, это не важно, втягиваются ли там. Честно, на секунду подумал, что... Он так вот Канта, вспомнишь терминологию, и она так подходит там для какого-нибудь научно-фантастического фильма про типа матриц там и что-то, что трансцендентальная схема, это же круче, чем матрица, трансцендентальная схема. Есть трансцендентальная схема. На самом деле проблема, ты знаешь, что состоит? Проблема состоит в том, что я вдруг осознал, что любая субъективная философия, она на самом деле трансцендентальна.
И проблема состоит, может ли философия сознания быть нетрансцендентальной. Потому что, ну, сказать, что трансцендентально, или сказать, что рефлексивно, на самом деле, ну, как бы, разница есть, конечно, но надо понять, на самом деле, можно ли избежать трансцендентальной позиции вообще. Вот это вот, что такое трансцендентальная позиция? Это некая абсолютная позиция, да, некая вот позиция некоторая, с которой идет рассмотрение. Можно ли ее избежать? Ну и да, и честно ли Гегель ее избежал, или он просто на словах потом задвинул ее туда? Не, ну он как бы, он вроде как избежал, как бы придумав, не придумав, а встав на, не только даже Гегель, а ведь на самом деле это начинается с Фихте. Фихте первый положил основание, он говорит, а есть просто я, а есть абсолютное. Но и то, и другое находится в некой единой тотальности. То есть я обычное, у нее есть я большой, я маленький, как Игорь любит говорить. Я маленький, как говорит. Это эмпирическое я, да? А есть я большое, это абсолютное. Но дело в том, что я маленькое может вставать на абсолютную позицию, в том смысле, что как бы рефлексии, да, оно может на эту позицию вставать. У Гегеля точно так же. И мне кажется, что Гегель избежал этого, но он... Но вопрос все равно ставится, если мы говорим о рефлективной позиции, то это все равно в каком-то смысле трансцендентальная позиция. Ну, пускай правильно изложенная, да. То есть трансцендентальная позиция, она втянута внутрь философствования, да. В отличие от Канта, у Канта она как бы вовне стоит, а тут она как бы втянута. И она как бы отрефлектирована, и внутри философии различено, да, вот обычная позиция и рефлектированная позиция. Это все здорово, но как бы тем самым изменилось ли что-нибудь в смысле... трансцендентализм. Не является ли вся философия субъекта всегда трансцендентальной? Говорим ли мы о сознании, говорим ли мы о субъекте? Можем ли мы вообще покинуть пределы трансцендентальной философии? Вот в чем проблема состоит. И это не так очевидно. Понимаешь, когда мы разговариваем в терминах субъекта, вот этого субъект-объектного различия, там понятно, там деваться некуда, все трансцендентально. Допустим, мы говорим в терминах сознания. Ну вот, например, даже Гегель, когда говорит в терминах сознания, он ведь как говорит? Он говорит, сознание знает предмет. И опять различие, как бы, да, сознания и предмета. Так это различие сознания и предмета, да? Оно же опять то же самое различие субъект-объекта. Ну, пускай, само... а пускай оно в тотальности, да? Даже как бы с точки зрения языка он здесь говорит о сознании как о субъекте. Да. А сознание знает предмет. Да, но он... Субъект... знаете. Ну, но очень интересно, если ты вспомнишь введение феноменологии Гибека, он как ведь говорит? Он ведь не говорит, что есть критерии, как может отличить сознание от предмета. Он говорит, что уже из того, что сознание знает предмет, мы видим, что есть отличие одного. Это то, что называется знанием, и то, что называется предметом. То есть, иначе говоря, вот это вот различие предмета и знания, ну, то есть, стороны... Ну, как бы, здесь, если со стороны объекта и стороны активности субъекта, оно у него как бы просто очевидно. То есть нет никак, как бы, вот он не вносит, не говорит о каком-то критерии различия. У Канта, допустим, критерий в чем состоит? Есть способность, а есть предмет способности. Это разное. У Гегеля не так. У Гегеля получается, что есть знание, и есть как бы предмет знания. Но предмет... Он в другом месте говорит, что предмет есть предмет определенного знания. Если не изменилось знание, то изменился и предмет. То есть на самом деле знание это не способность. То есть знание это некое... ну вот как мы говорим о знании, мы что-то знаем. То есть знание это некий способ, каким нам дан предмет. Вот есть данность одна, а есть данность как бы другая. Это просто другая данность этого же предмета. То есть в каком-то смысле как бы предмет дан в своем, как бы, вот, если в чувственной достоверности, есть некий чувственный предмет, а знание это как бы втянутое внутрь знание. Тот же самый предмет, но как бы внутри как бы сознание. Есть как бы есть вовне сознание, есть как бы внутри. Как бы знание это то, что мы втягиваем, то, что присваиваем мы из предмета в виде знания. И поэтому в чувственной достоверности предмета, в смысле своей чувственной данности, является бесконечным богатством, а в смысле своего знания является только бытием. То есть является самым абстрактным знанием. Самым простым. Вот это различие знаний и предмета, на самом деле, оно не есть различие способностей и предмета. Способностей и объекта. И вот это все-таки принципиальное различие. Поэтому, когда мы говорим о сознании, знать предмет, здесь все-таки не воспроизводится субъект-объектное различие.
оно как бы, точнее, оно и воспроизводится в каком-то момент, потому что ведь мы понимаем, что наше знание должно отличаться от данности, потому что наше знание, оно не есть знание абсолютное. С одной стороны. Но с другой стороны, как бы, в итоге, как бы, вот это вот все движение сведется к тому, что знание полностью и предмет отождествятся, и между ними различий не будет. Все, в чем движение состоит? Что знание проверяет на предмете свою, как бы, истинность. И в конце концов, как бы, она в абсолютном знании, она достигнет такого момента, что на самом деле знание будет равняться своему предмету. И предмет будет равняться своему знанию. То есть достигнет уровня понятия, в котором вот эти две позиции, они будут, как бы, даны как в одном. То есть различие останется в смысле снятых моментов, но, как бы, все придет в тотальность. Вот это вот сознание, которое уже, как бы, и есть тотальность, но взятая, как бы, как момент, она на самом деле дорастет до того, что полностью станет вот этой тотальностью. Но это возможно только с позиции, если сознание понимает как мышление, естественно. Потому что если понимать сознание как сознание, то как некую тотальность, то никогда не будет никакого абсолютного сознания. Потому что и будет многообразие различных видов сознания. Несколько форм сознания. Тут еще, кстати, есть целый вопрос, связанный с тем, что вот я, как бы, пытался понять эту структуру и основания трансцендентальной философии, исходя из простого субъект-объектного различия. То есть мы берем субъект объектное различие и на основе него просто рассматриваем, в чем состоит трансцендентальная философия. Там все, как бы, так высвечивается четко. И получается, что в классической философии все членение реальности идет по линии членения способностей. То есть субъект не представляет ничего иного, кроме как единства своих способностей. Получается, что поскольку субъект есть сумма своих способностей, ну, то есть вот субъекты способностей, то вся реальность расчленяется по линии вот этих способностей. На мысленную реальность, на восприятие, на воображение и так далее. То есть и реальность членится согласно тому, как членится способности субъекта. Если взять Канта, то у него вообще же кругом одни способности. У него способность суждения, способность воображения, у него везде одни способности. И вся реальность точно по этим же способностям разбита. И вот это вот, на самом деле, членение реальности по способностям, как мне кажется, есть одна из, как бы, характеристик именно трансцендентальной философии. А у Гегеля ведь тоже по способностям все расчленится. У него чувственная достоверность, восприятие, рассудок. Это самосознание, разум. Это по способностям? Ну а как? А в чем тут отличие способностей разума от этого рассудка? Ну, способность или это? Ну, вообще-то, нет, в смысле способности, это, конечно, мышление. Это мышление. По форме мышления. Это мышление, да. Но они просто отличаются по предмету. В одном предмете конечно, в другом предмете бесконечно. Но у Гегеля они еще отличаются как разные формы существования сознания. Одна форма существования сознания и другая. Рассудок – это одна форма сознания. Самосознание, а разум – другая. Ну, понятно, что внутри способности тоже есть какое-то членение, да, по объекту. Так получается. То есть, на самом деле, получается два линии членения. Вот краткий вопрос. Вот все, что я вам рассказал, это вкратце то, чем я занимался, пока вы не могли. Не знаю, что сказать. На самом деле, куда тут двигаться? Двигаться можно в сторону... ванны. Кухня. Нет, тут двигаться можно в сторону, как бы, вот я, как бы, в каком-то отношении по диагонали Гусерля прошу, там, Хайдеггера. Ну, Хайдеггера мы уже часто затрагивали. Да. Двигаться теперь можно в сторону просто Делёза, например, и Деррида. Может, у них там что-то новое есть.